Алло, Алло. запустил я вот Дитку. Да. Дитку со стримом. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем делать мачете. Да, и все сегодняшние игры посвящаются Игорю Николаеву, потому что у меня. Выпьем за любовь. Да! Да! Именно так. Все сегодняшние игры в Дитку. Специально для Игоря Николаева. Поэтому, Гарик, если ты нас смотришь. Пожалуйста, передай привет бабушке. У нее такой обалденный борщ. Я уже фоллоу поставил. Фоллоу за никем? Да. За кем ты фоллоу-то нажал? Рудак. Чё? Ты за кем фоллоу нажал? За дверь мне сделай. Нажал, если его нету еще. Ну, я прописал в этой фоллоу дверь мне сделай. В хэштеге. Да. Понял. Не уверен просто, что это сработает. Чё ты уже сцена бил-то, мразь? Да блин, я ничего не трогал, но это с вами я играл. Мачете. Я играл, мне везло, мы играли. Нам не везло. Бля, там такая, конечно, озвучка жесткая. Там можешь пойти послушать еще на их канал, на оригинальный. Они озвучивали всех героев, и там некоторые такой вообще понос какой-то. 5 на 5, РД. Первая лесная. Первая лесная. Мачете. Сработало? Да. Я профоллоу, который... Воу-воу-воу, Си Плас, Гангстер, Гэнджер, Гэнч, 6К, Рэкетир 03, 678, воу, вот это рэп. Сколько в начале потасов? Ну, тысяча? Тысяча, ну у меня было 2000. Ты что, бандит? Я бандит. Это самое, Чувак написал Abus Go отсюда. Да, слышь, ну потому что да. Ну он типа смотрит, что мы тут ёбаные абузеры. У него, видимо, про аккаунт. А, он видит то, что 100% ВР или чё? Да, короче, ну и короче, в общем, столько много слова короче, что надо не просрать Стриканыч Чурдака. Это типа. Хорошо. Да. Вообще, а мне интересно, как тут можно обузить, то есть. Как мы играем в пятером? Да, в пятером против. А они рандомы. Ну, их было трое. И они написали обузгу отсюда. И у нас ВР большой. У кого 100% сейчас, кроме меня? У Урдака. Все. Ну, остальные по 70, по 80. Ну, и каким образом это абуз, what the fuck? Ну, не, ну ты тут все равно это, конечно. Ну, пацаны втроем не в силах победить, они не верят в себя. Пацаны рано не взрослеют. Сколько ВР у чувака 7800 ПТС? На 54%. Чё? Ай, все понятно с ним. Это что? А что? Плюс один. Музыкальная мафия? Звуковая мафия? Да, звуковая мафия. Пацаны рано взрослеют. Это, чё? Ну давайте не подведем Игоря Николаева и Урдака. Не сожжём стрих Урдаку. То есть как бы пока всем, но желательно. Не. Ну желательно выпить за любовь. Желательно сделать 2000-0. Да. Ну, первая лестная должна быть на эсэфе, наверное. Хотя есть еще всякие другие веселые персонажи тут. О, я вижу оракула. Оракуль. Сейчас, смотрите, эсэф. Он эсэфа пикнет. Оракула, кстати, занерфит в говно, мне кажется, как только он выйдет. Значит, сайленсер, да? Ну, кстати, эсэф против сайленсера, по-моему, норм тема, потому что, ну... Сенсор вообще говно, если его не расфидить, как мразь. Ну, я ему расфидил. Я не помню, у меня была какая-то игра, где я против меня был сайленсер, у которого было 140 интеллекта полученного. Так, а чё тут героев нету никаких? Есть тренд. Да, я вот... Лина, потом некрофонсер. Два.
Да я вижу, вижу. Все спокойно, спокойно. Дашь мне пожрать кусочек себе? Спасибо. А еще надо веточек. О, шо. Так, а еще надо конфиг мышки сменить. Здравствуй. Бобс, ты кем будешь плеить? На Икса забрали, я думаю, снайпер. Давай. Okay. Так, что у них вообще за сетап? Ой, опасный сетап. Слушайте, не хотят мою жепу. Пацаны, рано нас. Пацаны рано взрослеют, нацепили взрослую одежду. Нужно просто брать того, кто типа не будет сильно зависим от глобала. Мне в голову, как же нам дальше жить надо? Чего, чего? У кого вард? У кого вард? Дай вард один. Иди сюда. Или тут нельзя? Ой, можно, там... слышишь? Здесь Лека. Можно все. Здесь на котел аганима собирается. На котела? Аганима собирается. Пацаны рано взрослею. Блин, да чё такое-то? Игорь Николаев недоволен этой песней. Нормальная песня, что ты слышишь. У нас чувак последний еще не пикнул, да? Он зарандомил. Кстати, зарандомил хорошего персонажа. Только куда его? Мне еще врезать? Ну, блин, не знаю, он АФК вообще. Сублимация умная. Hello. Go. Play. Ух, это уже, вот уже чувствуется, вот чувствуется вообще. Пока. Выпьем за любовь. Вишачок без вардов. Со стиком. Алло, алло. Алло, алоха. Пойдешь? Как будто это поможет тебе, лол. Семя в морду. Семя в морду. Слышишь, хочешь драться? Ну-ка. Хочешь сладких бананов? Хочешь. Ну, хорошее начало, чуваков. Это на у мои. Нас... Да ничего, не я это не важно, что я хотел сказать. У нас один рандом в команде, и он АФК. Это вообще просто. Это я Ц люблю. Да. Я Ц чувак не блочит крипов. Это уже маленькая, но победа, понимаешь? Это то есть как бы. Жри говно, тупая тварь. Заменитель того, что. У нас АФК господин. А я души не прокачал и добивал. Бобс, что, полить или не надо? А, нет, я лучше это двойной сделаю. А не автоатачит. Ну, да, пока сделай дабл стак на всякий случай. Что-то подлагивай чуть-чуть. Ну, а что-то это было такое, не, извини. Меня захарасил в жопу. Вообще в жопу. Там ясно. Кому-то угрожают. Блин, я не запулил, я забыл. А с кем он стоит? Что это за сублимация убийств? Слушайте, по-моему, меня пытаются убить. Я не могу найти его. Угрозы, угрозы, угрозы. Так это про кого вообще? А на чьей не он стоит? Бубсу, наверное. С тобой стоит Абадон? Да, 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 да. Да, Абадон здесь, он что-то пишет. Он пишет, что пизда да, тебе, мусор. Он до этого написал, если еще раз меня ударишь, то не подойдешь к крипам. Уволен. Слушайте, а придите, разбейте лицо этому сайлансеру, он меня харасит нереально. То есть вообще нереально, он тупо меня автоатачный стоит крипов. Я мог бы шестой апнуть и прийти, но пришел Шреддер ко мне, к сожалению. Он устроил тебе сублимацию убийств. Сейчас. Ой, у нас же корешки есть. Так я ему вообще лицо разобью, если ты меня кидать будешь. Я да. забыл совсем. То есть да, он меня нет. затолбал жестко. Вот есть корешки сейчас? Пока нету, нету, нету. Не будет? Не я будет, устроил. Но я только что бросил корешки. Ты я чё? Думал, они у тебя еще не будут. Я тупо... Ох ты, лол. Что я думал, а, не, нормально, нормально. Типа у них КД больше, чем... Ой, бля, вот да. это я сейчас... КД 32 секунды на первом левеле. Висят они там сколько-то... Сколько-то... Первая властная. А, мы напидели, да, везде? Нормально. Ага, и сублимация да. убийств.
Так, я почему... Так, одного крепасика, пару крепасиков. Ну, я сказал одного. Мисс Сайленсер. А, не, вот он. Корешков нет. Ну, как только будут кидать, потому что мне по КД абсолютно харасит. Блин, я ничего не запулил. Первая такая ЛС-ная, гайз. А вот один крепасик. Нет, нету, они КД. Ты его слишком много отрываешь. Не кидай на меня тогда их сразу. Скажи, когда они будут, я, он на меня полезет, и я его убью просто. А он хасту берет внизу, и у нас это распуленное в говно. Он на меня побежит с хастой сейчас убил. Да, бежит. Че, кидать? Не надо? Нет, не кидай пока что. У меня все равно нет. Крышки, не крышки. Убиваем. Я сдох. Я... меня... нет... достает. Пипец, харас там. То есть он меня тупо глайвами убил. Первый раз. Мне на этом лайне нечего предоставить пацанам. Без сапога. Слева. Так, это я, конечно, сори. Я просто думал, ты убежал. У меня рейндж большой. Дикий. Она опять руну берет. Да. У них, кстати, вард, по-моему. Потому что он каждый раз куда надо идет. Почему у меня базила собралась, а не транквилы? Пацаны рано транквилят. Он иллюзии к вам, по-моему, послал. Корней нет. Точка. Он не вернулся. А, вот он. Ясно. Ясно. Это чувак... Ясно! А, это иллюзия. Как бы это настоящий. Да. Да ясно. Гайс, ну что-то вообще... Кара-кара-кара. Придется потеть, короче, тут. Да, битрайдер, давай, залетай, я лечу, детка. Хатич, тебя сейчас убьют. Хатич, тебя не убьют, держись. Я сейчас иду вниз. Я иду. Хатич, я давай, жарим их. Лицо. Давай, жарим. Я жарю леща. А я жарю. Хорошо. Хорошо. Что там, так вот еще дотянусь? Не, не дотянусь, походу. Базилку можно разбирать, кто-нибудь помнит? Или я оставляю просто базилку? Нам нужна на команду? Базилку она? Можно разбирать. Можешь оставить базилку. Ну, у нас есть она у кого-нибудь? Ну, ты акулу будешь брать? Я не буду. Окей, тогда оставлю на команду. Мне один крипас нужен до шестого. Вот, а иду с лайна. Спасибо. Сайленсер мисс. Я пойду гангану попробую. Мид? Угу. У него варды и смоук. Ну, шреддер с топорик. Он сюда идет. Схватишь? А, не, он не пошел. Он вард поставил, наверное. Нет, не поставил. Схватишь? Да, схватишь. А, не схвачу, у меня маны не хватает. Лол. Но я не дотягивался, я в любом случае. Окей. Он тебя говном полил. Я на базу слетаю. Ну, посмотри, что творит демон. Что-то я думал, что лассо 200 стоит. Куры нет, хреново. Ты куда потом полетишь? Наверх. Окей. Да как там не удалось? Не... Первая ЛС. Крышки будут? Ну, будут, да, перемотаются. Только, правда, вот. Буквально. За мной сейчас придут. Да. У тебя будут корешки или нет? Будут, ты можешь подождать? Ты понимаешь, то, что вот отсюда сейчас могли прийти убить меня? 3 секунды. Корешки на расхват. Хилимся, живем, все нормально. У нас тренд. А, фак. А кура реснулся? Ох, ты ж ебаный, ты ж, блядь. Че? Сайленсер здесь. Опять снизу? А я умер. Я тоже.
Ну, он гангает, да. Мне аккуратно прилетит, я могу тупать. Сенсор, я не понял, он так четко для меня дал глобал, или он вас убивал, поэтому нас дал глобал? Ну, я и туда могу еще прилететь. Для тебя. Но я, наверное, уже не прилечу. Кура мертвая была, я до сих пор бегающая, поэтому... А я купил второй ботинок, потому что... Да. У нас, кстати, там сверху, сверху... Ну, не знаю, но если он, конечно, потом придет и сделает их здесь, а пока он там просто аутист гейминг. Ну, так он этот, Шреддер же. Ну, я понял. Хера себе, чувак, как горит пукан. А то стоит-то... А то стоит-то не 50. Ого, тут? Там сублимация. Они на меня шли. Их да. Там трое. Иначе я умираю. Этого ловлю. Синус. Слушай, нет. Нет? А, да, там их много. Ты купил второй ботинок вместо... Ну, короче, набросил. Или поймаю. Не, не поймаю. А, там, да, там это... Поймал. Сказал же на базу, да. Отходите. Вы его не убьете. О, убьем, 6 таков. Шреддер пролетел. Блин, если бы я там был. Это нет ульты. Замедля. Маны нету, гайс. Пес тут грязь делаешь, хочу. Нормально, нормально, нормально. Все, я ухожу, Хатич, прости. Угу. Я тоже все смотрю, наверное. Не, попушу чуть-чуть. Ну, правда, крипы тут, наверное, хп все. Ну, я так побью просто аэр пару раз. Все, руна топ, убийств. ДД есть. А, не, не сублимация тут еще, конечно, крипа. Слышишь, рудак, топ, ДД, руна. Ага. Все, ой, я, скорее всего, сдох. Мне нужна помощь, наверное, не сдох. А, я тут еще сайленсер. Сейчас сам еще сдохну. Не сдохнешь. Сайленсер куда-то вард воткнул. Аккуратно. Ой. Короче, в игре ты надо фидиться на ЛСах, типа Абадона. Я пошел на него фидиться. Фидиться, фидиться. Боссу бы вардишон куда-нибудь поставить на нижнего, бы сюда куда-нибудь, чтобы палить. Дело в том, что у меня нету даже денег на... На. Я бы тебе купил, но у меня тут, походу, дагер наклевывается. Дагер наклевывается. Ну знаешь, типа там это сегодня пригласили там. Секс. Да, там. Хи-хи. Блин, гриф кулдауне. Тут жгучие, жгучие олени просто. Бро, три. Выпьем за любовь. Пускай горят пиц. Твои очко. Выпьем за любовь. А чё его там это... А, ну да, там сало было. Мне нужна помощь опять на меде. Корни когда, да? Нет. Хайч, там очень... Неприятно. А, там меня утонул. Не крахуй. Там Шреддер еще сзади же. А, ну у них хп нету. Спасибо, если бы не корни, я бы сдох. Не за что, ну как могу, так и туда-сюда. Там Найкс армлет уже. Тут будет тяжелая игра очень. Ну мы там дефатронить вроде умеем. Надо я думаю, вообще ничего нету. Я думаю, сейчас надо пойти, я чтобы пошел к Бобсу, позащищал его. Да, взял да. Варды, потому что чтобы... Что-то... Но они что-то забыли про него вроде бы. Так, нормально. А так, в принципе, мы очень сильно торгуем лицом для Бобса, поэтому в идеале он будет стоять просто за Димом Бобс.
Я там вышки хилил, жил, хилил, жил, жил. Я сразу БК выберу, прямо там. Нету никого, аккуратно. А, меня тут саунд. Я а, лечу меня... к тебе. Парни но... есть? Ну, сейчас, секунду. Так, вот так, вот так. Ага, хорошо. Да мразь, блядь, тварь. Надо гнать. Схватишь? Нечем. Сейчас будет. У меня, если что, бупс есть инвиз. То есть для всех остальных второго лива. Этого хватаю. Давай. Оленя, лесного. Сейчас хватит. Где он на меня? О, отличный койл. Да, неплохо было. Ну, чуть-чуть помахнул. Руна есть снизу? Посмотри. Абадон, Абадон, Абадона? Нет, нету. Ты один. Ты один ходишь. Окей. А, там сэлансер был в инвизе. Точно, поэтому руны нет. Блин, грибы странные, застрял в них. Дай три, хуй тебе в нос. А, бро, три, это значило, типа, дай мне третий скилл. Еба, да. Криптография. Никра ничего нет, он стоял, фармил всю игру. Странно. Я тоже стоял, фармил всю игру. Нет, тебе не давали аккуратно фармить. Аккуратно, сайленсер со смоком. До сих пор со смоком? Он с ДД. В банке. Так, ну у меня даггер есть, но у меня нет ульты. Так что, так он на мид идет, да? Но он здесь сейчас где-то будет он аккуратно. Он смокан, скорее всего, у вас нажал где-то. Вон он, а, это... это олень с вардами. Ось, я его ловлю? Ну, можешь ловить, я подхожу. Тебе надо замедлить его семечкой. Они не могли Рошана пойти? Есть чем? Аккуратно, потому что там реально очень много их было. Не, вроде нет. На меди аурок, а это моя аур. Флеймбрейк 140 стоит, ебать меня в нос. Я просто тыкаю в тайвере сейчас. Я тоже пытаюсь. Видите? Я... Что там? Найкс. Сайленсер тоже где-то у вас, по-моему. Сайленсер снизу. Глобу. Сайленсер вообще бы наказать, а не то он такой охуевший. Покерфейк. Короче, я на базу. Сверху сублимация тавера. Я начинаю регенерацию тавера. Сайленсер с ДД, почитом Абадона, бегает, живет. Затанкуй, затанкуй крипов, затанкуй крипов. Володя. Ну не поймешь, что ты ему. Кликаешь, что он хочет. Что ты хочешь? Но... Ну, могу? Я с инвизом на медиа. Есть ТП плюс один? Я лечу. Кого? Не хватать. Я сэлэнс рубиваю. Хорош. Ульта. У него есть ульта. О, он хочет драться. Ой-ой-ой. Я не убью его, в принципе. А у него больше замедления нет. Тихо, ты умрешь. Там мека у... на икса? Нет. Ой, блядь. Мама, неси полотенце. Да. Тебе урона взрослеет? Да. Игорь Николаев. На моей стене бухает Игорь Николаев. Да. Я смотрю, тебе понравилась эта картинка. Планкуешь? Да. Или ты куда-то шел? Давай. Все для тебя. Моря и океаны, но это все знаменитый Игорь Николаев. Угу. Ой, ебать там они сверху опять собрались. А они уже там... Попробуй. Пошли, девчонки, не будем убивать. Ага. У нас гриф еще есть, если что, но... Надо жить его, по-моему, уже.
Это... Ой, сзади Наик! А, блядь, это какой ёб твой. Вот это опасный хатич. Сублимация хатича. Настоящего. Сейчас я БКБ куплю быстро. Где этот долбанный рюкзак? Вот он. Там прыжок. Ой, а, у меня есть. Ну ты сдох. Да, но здесь это была сублимация. Да. Не-не, я... Ну, по-моему, надо... Я... Да не забейте. Сальца отдали. Я, если что, к деревьям подходи, дал он виз. Ну, я побегу дальше. Как бы. Ага. Я сам говна въебал. Корни дать мне? Давай. Там а лежать шредер. Может, шредеру надо? Нет. Нет, шредер не лежать. Держи пока их. Я уже взял, окей. Нажал. Взял. Че? Надо попробовать собрать. Там трое до сих пор. Ой, ТП кто-то сделал, да. Угу. А КМФ фиданул? Знаю. Продолжаю регенерацию таура. Вновь и вновь. О, здесь олененок варды ставил. Там синий кто-то был в бокс? На X. Если я прилечу, мы сделаем? Он на базу ушел. Они продолжают вверх давить, надо дефить. Как ты доебался своей погодой? Да, что-то типа того. Они нас видели, там вард стоял. Ну пофиг. Какой интересный парень на меня. Ага, он ульту просрал. Кто ульту просрал? Вода? Ягодемон. Да. Ого. Можешь его хватать, кстати. Но лучше, наверное, сайленсера. Опаснее всего. А аркана есть? Кот уже давал. У меня есть ульта. Если притащишь, я прям ультану. А, я могу кого-нибудь в инвиз. Урдак тебе в инвиз. Давай. Короче, я ультую, потому что иначе... Буса, как ты умер у тебя, Жлотар? Просветка. А, нифига себе, они продвинутые. Миша змей, вообще просветка, вон, бандон. У него ульты по вам нету. Я, короче, к вам драться, потому что фармить мне смысла нет. Ой, мне нужна помощь. Я инвиз даю. Хорош. У него просветка была, кстати. Ух ты ж, блять, нихуя мне там, кстати, это говна накидал этот на X, что он очень больно бьет. У него. Потому что армлет и Саша ешь. Ну, Саша, да, точнее. Саша, да, но, блин, все равно это было очень больно. Я, наверное, домой, потому что. Отлично прилетел. Ну, слушай, вард собьешь? Вард сейчас собьешь там, вот где мой стоит, там, по-моему. Вы зря ушли на тайр 10. Ну а че, у меня маны нет. Я бегу пешком вниз, а потом сейчас. Я ТП-шность наверх. Вон. Изи 50 голды. Нам надо что-то с лайфстиллером делать. Тут дают 50 голды за вард? Да. Тут и все дают. Шлюх дают тоже. Продолжаю эту знаменитую генерацию таура. Такой беспалевный просто, как Миша Змей. Оу. А, нормально там. Че на меня где там? Выжил нормально. На изичок. А че, сука, пишет? Не про хуй. Я не знаю, они вообще все какие-то дикие совсем, чуваки. Wild. Ну, так ощущение, что меня еще убивать снизу будут. Может быть. Что я просто никого вообще не вижу. Было да. Двое на медиа, где все остальные. Все и остальные... я внизу фармил уже долго очень. Все остальные рано зарастили. Я, конечно, наверное, Рошана чекну. Давай. Хочу. А я, у меня есть инвиз, кстати, зачем? Ну да, попробуй. Ну, туда еще надо добраться. Это. Может, вот здесь кто-то есть, надо чекнуть. По-моему, они все-таки сейчас меня ищут, и я сейчас еще сдохну.
Я боюсь фармить соседнюю точку. Угу. Вон кто-то на линии. Пойдем ему целансера брать. У него инвиз в бутылке. Просветка есть какая-нибудь? Если ты блинкнешься и лосо, и он не успеет инвиз, то он умрет. Но у нас еще есть центрик, в принципе, у конфа, в случае чего. Угу. Но я вытянуть не успею, его боюсь. Он знает. Да, нажал. Давай, вард. Комф. Ага. Не пожалел. Дальше пушим. Хуйня, это что, ты убил Лабадона, Бус? Что? Ты убил Лабадона? Там Лабадон написал, норм хуйня. Не знаю. Я Лабадона не трогал. Я не понял, да? Там, блин, мид, ну ладно, у меня вроде корни. Don't like, короче. Да. Знаменитая песня Игоря Николаева. Угу. Забираем их, хуем. Да, тут еще есть штука. Можем ancient FX забрать. Да, можно. Можем Рошана просто наморозить. Гол на Рошана просто, они не ожидают такого. Окей, гол. Мы можем поплатиться, видим нового Некра, Сайленсер только что резнулся. Тебе надо прослетать хочу будет сейчас. Ну да, я перед этим. Я вард поставил. Гомф танковать будет, нет? Да, я иду. А на него вроде действует эта штука, да? Не, не действует. Нет, не действует, иди. Ты можешь. Ворож. Можете отойти. На X ползет, Саша, я шею. Давай. Или я ловлю на X. Да, лови и убиваем. И тащи на меня сразу. Надо зафокусить. И куда он съел, блядь? В Абадона. В Абадона. А. Да, нам сейчас тут GP, по-моему, сломают. Я урдак тебя инвиз дал, но это такое. Ага. Ох ты ж, блять, как мне неудачно это говно залетело. Наверное, не надо было его убивать, они не думали, что мы на Рошане. О. Поймаем? Есть чем? Да вроде нет. Нет, просто в голову Рошана добьем, там не так много. Я БКБ нажал зря. Так, а мне прилететь не на кого, да? Ну ладно. А ты умер? Да. Я там затанчил всю хуйню, а? У Рудака слотов нет. Я в рэпбанд возьму, выложу. В комфа. И я тпшусь, топ. Выпьем за любовь. Могу скинуть тп, если кому надо, возьму. Жаль, не убили... У тебя трула? Да. Жаль, не убили этого, на икса. Че, не жаль, это плохо. Босс, будешь фармить лайн? Сказал, хайщи прилетел уже туда. Ну я улечу отсюда, если ты скажешь, да. Ну? Нет. На меня кто-то заходит сзади. Лайстиллер. Руна иллюзии есть. Тупо нету. Руну иллюзии будешь брать вон там? Да, наверное, возьму. Перевороты, руны. А, вон там уже, тебе блин, сайт. Ай, угу. Давай, ну ладно. Ничего. Меня там нету. Да. Сзади стиллер на тебя заходит. Угу. Я бегу к вам, но я далеко еще. Да, ну тут как бы ничего не произошло. Лайфстиллер. Лайфстиллер, а у него с присыпочкой. Ну я в принципе могу в лайфстиллер. А не, уже поздно. И у меня есть телепорт на мид, если что. Угу. Ебать, они там грязь устраивают. Надо тпшиться. Я могу тпшиться, нажать БКБ и ультануть. У меня есть ульта. Видите? Есть ульта. Я пошел. Окей, поймал. Давай. Лайфстиллера надо фокус. Поможет мне кто лайфстиллера? Да, я иду. Он залез в Некра. Ага. Не очень больно. Ебать там... Слышь! У кого радик? Хорош бокс. Гайс, там у кого-то радик. Я койл не тот дал за это умер. У Некра, скорее всего, обычно Пиздец. Дебилы любят собирать. Я сейчас умер просто от радика, я в такой хуйни явно от рака. От рака скорее. Там вон, видите, олененок еще. Ну нормально, все, размен, короче. Я его там в лесу загнал подальше от драки. Поэтому он там. Нихуя ты этот оленевод. 80-го левела. С горем пополам как-то идем. Первая ЛСная просто.
Так, ну я думаю, что даггер не брать, лучше взять Мику, да? Как думаете? По-моему, то это нам. На Икс все равно сам к тебе подходить будет, а... Да. Прикопка, по сути, она только ради на Икса здесь. То есть, как только он нажимает рейдж, ты нажимаешь. Выгрос. Дабл дэмидж снизу. Мне бы до него добраться. Так, куда мне? А, я в рейсбенд на базе выложил. А, хорошо, спасибо. У него, наверное, есть... Ой, бля! Пацаны рано потеют? Ну, прилетел я. Я просто не знаю, куда. О! Ты, я не того... Сейчас их пятеро там будет. У тебя есть откидалка? Хорош. У меня есть бомбочка. На меня ластили, на меня все. Ну ебаный, блядь. ДД снизу. Я возьму. И пойду на их эншентов сейчас. Можем подраться, в принципе, тут. Там кто-то бежит. Инвиз? Но у меня нету. Инвиз я нажал на себя. А, он не идет, тут, наверное, вард. Выпьем за батон. Опа. Выпьем Абадон. Такое ощущение, что это бейс. Бля. Да и не... Не хотел бы я его трогать. Да в нем Найк сидит, небось. Это иллюзия. Нет. Чё, бля? Найк там не сидел. Да, сейчас он вытягивает. Лобо прошу. Да он задолбал, серьезно. Вот убейте ту тварь, которая залазит туда не положена. Ну ладно. Спасибо. Вот и горошка им бросил туда. А, я ДД не нажал. Окей. А, он так даже не понял, что сделал, что ли? Не, я задинал иллюзию. Ну да. Не, прочитал так, нажал куда-то и попал по иллюзии. В боковом можно купить все, кроме Иглсонга для... Можно купить. Имеешь в виду этот, Invasion хуйню? Можно. И Quarterstaff тоже вроде. Quarterstaff можно, а вот Invasion, да, можно. Просто Invasion хуйню можно, точно. Quarterstaff тоже можно. Quarterstaff! Ну все, это Easy бабочка. Easy PTS. Easy Free PTS. Так. Че, выпьем за любовь сверху? Сверху? Ну. Тихо, еще надо мом брать. Да. Как это делают? Не, я возьму. Bone 7 style. Я хочу дополнить картину у некро Радик. А. Ну да, мы же это и сказали уже вроде. Окей. Он всю игру терпел. Нет, я... Если... Короче, ладно. Ой, блядь. Ой. Хатич по-настоящему в этой игре такую грязь сделает. Ты нас реально вытащил из жопы. Я просто выпил за любовь. Вот, а это правильно. Че там, инвиз? Эта хуйня до сих пор за мной катается, ёба. Да, я беру инвиз. Не в шмоке? Maybe. А тут смог палиться? Вот тут кто-то был. Я, короче, пошел. Но это Абадон, Абадона я не хочу. Абадон don't like, I don't like. Абадон дон. Идет. Крокодил дил плывет. Ну и где они? На базе стоят все? Хочешь? О, я вижу был? Вот здесь кого-то, да. На X? Да. Да. Ловлю гаденыша. Налево. Ну ладно. Я сзади подойду. Он рейдж нажал? Ох.
А, Global. На X фокус. Фокус на X. Не, вышел. Оба на нуль-то прокола? Да. Мы не уходим. Ну, я 0 хп. У меня механизм будет секунд через... Сейчас, подожди, я куплю тогда этот хэстон. Мне нужно просто видеть хайграунд, чтобы стрелять. Сейчас попробуем. Пец, он шкет. Попробовал. Чуть-чуть. Откуда это лично устан вообще, блин? Он спустился на лоу-граунд, если кто-то не заметил. Мы бы могли убить. Я тупачусь наверх, короче. Да зачем? Да. Ты говоришь только, что мы здесь стоим? Ну, потому что все. Да. Не хрестнул лестницы чувак через 12 секунд. Вы можете, конечно, еще побить, но очень аккуратно. Это бупс может стоять вон, да, вот с такой хуйни. Но, правда, ты там один остался. Я улетел. Да. Так. Лайстиллер, что, дизарм? Нет, Саша, Яша. МКБ, не МКБ. Ладно, криты. В этой, кстати, версии Dota, по-моему, еще можно обновлять БКБ, если что. Да. У меня там въезд был сейчас по миду. Они мид идут пушить, по-моему. Руна сверху, да? Угу, да-да. Возьми. Чекайте периодически на всякие гемы. Угу. Они пошли вот сюда. Один кто-то. Ну вот. А, Рошан может быть, да? Рошан, да, должен быть уже. Надо его пойти убить, пока да. Ай, мне надо БКБ нажимать после глобала. Меня сейчас ульту сбил глобалом. Петух. Гоу, Рошан. Сейчас быстро его убьем. А Бобс где? Я здесь. Ага. Но берет урдак. Нормально, нормально. Первая ЛС. А что ты хотел прожать? Бетр? У меня было ДД, и я потом еще нажал ДД, пока был БКБ, она не сработала. Бетерфляй тут прожать нельзя. Такое всратое БКБ, которое уже 4 секунды. Ты можешь обновлять его. Да. Так, могу кого-нибудь выпить за любовь и задвинуть. Ну, давайте я потанкую, наверное, и будем выпивать за любовь. Сейчас я только куплю все крипты на базе. Никса Башер. Давно же? Нет, только что. А, выпивай за любовь какого-нибудь на Икса, желательно. Я, наверное, буду выпивать за любовь Абадона или Сайленсера. Ну, Абадону точно не надо. Он просто... Окей, на Икса поймал. Ну, хорошо, но... Ой, вот это, ой, как ему плохо. Я, короче, на себя тут танкую, видите, они мне стоят с ХГ бьют. Ой, сука, бля. Вылетай оттуда, Вася. Я сейчас вот так вот делаю. У меня маны нет. Ой, глобал. Он ждет глобал, пока я не ультану. А я нажимаю БКБ перед ультой. Так что мне надо его разводить. Ему надо было нажать глобу, когда я влетел. Нет, он, ну, поэтому он и идиот. Он, типа, ждет глобу, чтобы я ультанул. Гумит. Ну вот, первая, как бы, лесная такая. Целый, по-моему, ну, не дебил. Ну, дебил, но не дебил. Ну, не совсем. Потом дебил. Регеним, регеним его. Кто это пошел, петушок? Че он там писал? Надо ему что-нибудь написать. Ты больше не подойдешь к крипам в своей жизни, ублюдок. Ну ладно, ну его. Жипи. Кура мне так криты не понесла. На самом деле, я думаю, что если написать спасибо Абадону за победу, у него просто пердак разорвало бы нахуй. Дукалис бы просто растрескался. Ну. Ну, судя по тому, что если он действительно то писал,
в начале в самом, то у него разорвало вот ровно в тот момент, когда я в него выстрелил второй раз. Ты его забашил, что ли? А, тут же сайленсер, ой, сайленсер, снайпер еще с башами. Еще в башу. Ну, если вы говорите то, что он мне писал, то да, именно это, то после второго моего выстрела в него, он как бы... Остановился. Покинул этот мир через жопу. Конф. Спасибо Абадону. Специально конфу сказал? Нет. 5x5, РД, спасибо Абадону. Создал. Вторая на разгаре. Там разогревочная не влезает, джи-джи-джи-гэнджер. Это вот это. Чего-то не хватает. С пилой. Хартича. Гэнджер с пилой норм вроде был. Ну, более-менее. Ну, так, не совсем, но... он умел что-то, ну, по-моему. Ну, да, вроде, конечно, понял там, а что-то вроде делал-то. Ой, блин, сколько они топ-пушили, они топ-пушили просто всю игру. Да, я, наверное, все хилился и хилился. Артур Би. Артур Би и Абубисус. Иисус. Включу послушать что-нибудь. Слегонца, так, одну мелодию только. Рыбчик. Почти. Как твоя жизнь превратилась в рэп? Че, мы там стартуем? А, там антихак сработал. Антихак сработал. Фига, у чувака у заварочки 25, 219 на 307. И 30 ливов. Подожди, сколько еще раз у него? 219 побед на 307 проигрышей и 30 ливов. Ничего себе. Его. Заваренный чувак, заваренный. Отличная книга с названием «Пенис». Ой, у чувака тоже какой-то зашел 208. А, вот они вместе зашли, ну ладно. Вот у этого чувака еще жестче, 284 на 300. Пенис. Прошлый я пофидел. Потому что я почему-то думал, что корни длятся столько же, сколько у них кулдаун, и, короче, я дебил. Там понерфили же почти сразу. Да, я, короче, такой думаю, сейчас конф на меня кинет корни, а этот чувак со мной раз на раз просто стоит с руки разменивается, я его убил. Ну, корни не...
думаю, он выйдет еще где-то года через два. Ну, Кораклу они не сделали арканы, если что. В смысле? Они сделали Акмартре, какая разница? Ну да, Акмартре это типа было голосование, кому сделать аркану. Почему мы грузимся? Только она платная, насколько я понимаю. Конечно же. Ну, а это... Ну, это же вообще замей. Да, мы грузимся, потому что там... ЛС. Вуден ПЦ. Походу это того. Еще минуты три надо ждать, как минимум. Минуты три? Ну, я думаю, да. Это альтов 4. Ну, пожалуйста. 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 Окей. Вот это новость. Что такое? Версу ты кикнули, знаю? Не-не-не, короче, какие-то две галактики столкнулись, и во время столкновения оттуда вылетела черная дыра, и типа, ну, и она, грубо говоря, выстрелилась таким образом из какой-то галактики там. И она засосала все галактики? Не, наоборот, ну, ее просто выкинуло оттуда, она столкнулась там, ну, они, я не знаю, короче, новость. Чё? Да, вот, чё, дыру вытолкнули? Что происходит? Да, выстрелена дыра, потрачена, понимаешь? Я тебе ссылку сейчас дам. Давай, я посмотрю. Supermassive black hole kicked out of its home galaxy during collision with another galaxy. Наверное, она, блядь, может быть, галактики скорее сместились, потому что у черной дыры, дыры такое гравитационное поле, что... Я не знаю, как... Она скорее засосет все вокруг. Я вообще не понял, но... Я не знаю. Звучит как хуйня. Там вообще видео есть, может, там для тупых объясняет. На видео покажут, как столкнулись эти галактики. Ну, ты открой ссылку, там реально показывают. Сколько Black Hole длится? 3 секунды. Кстати, там реально показано. Я смотрю. Вот такие две галактики, ебеницы. Ну это, блядь, они, конечно, ускорили. Я ну, понял, да. Ну какая-то хуйня выглядит. Не знаю, что-то звучит как полный понос какой-то. А что, альтов 4? Или пока рано? Да ну что такое-то? Там проблема в том, что мы сейчас даже если Alt F4, у конфа будет висеть еще игра, поэтому мы не сможем захостить один хуй. Не знал, что это так работает. Что-то у меня хащи то попадает и самое. Да-да-да, хащи иногда дудосится. Да вы заебали! Это вот как в той конфе была хуйня, так и здесь, да? Да, ну ты типа так на секунду пропадаешь. Не знаю, я вас хорошо слышу. По-моему, надо ливать. Опа! Все ливнули. Ливаем. Отлично. Хорошо сыграно. Урзак, ты, кстати, видел, там в этом Вове оплатили 5 дней подписки. Вернули. Вернули, да. Да. Генчер. Мурдак, взлетай. Да, сейчас. Хлопай ресницы. Я, по-моему, даже... Хлопаю. Даже 91-й, по-моему, я не взял еще, поэтому... Ой, 92-й, то есть, поэтому... Похуй. Я прокачал вчера сотый. Ну как? Ну, я никуда не ходил, я просто прокачал. Я только в Окидонбах сходил, а все остальное... А, я был меня... 2 раза в Окидоне, никак... пока качался. Ну, красиво, чё, ну так... Ну а какой пижик, который стандартный или вот этот? Этот, но он типа один. Ну типа без сеттеков, без всей этой хуйни. Да. А с сеттеками там еще целая локация, которая им посвящена. Таракар? Типа их истории, нет, не Таракар. Какие-то там пикс, я не знаю, это Таракар стал или нет.
Заварочка, опять 25. Вот это, правда, заварочка, может быть, что-то такое ощущение, что это все из-за него. Там какая-то поносная локация желтая, в ней вчера Сода Поппин бегал, поэтому я на... не Гаргронт, не помню, как да, это называется. Так и называется. Это желтая поносная вообще хуйня. А тогда не знаю. Сейчас дома Вали заебись сделали, вот это заебись. Сейчас, наверное, хуйня. Farming Primals in Shadow Moon Valley. Заварочка, погнали. Опять он здесь, да? Я его все-таки выбросил, ну пускай будет. Но если он сейчас опять не загрузится... Почему ты думаешь, что это он? Потому что... Умер в Альбаве. Я просто серьезно, мне интересно, я как бы... Просто... Потому что у него столько игр сыграно, 500. Ты думаешь, что нельзя сыграть 500 игр за сколько там, 20 дней или какое сегодня число? Нет, ну что-то мне такое, например, что они там что-то там... Знаешь, он такой, ну ладно, ничего, закрыл я рот, это не он. В общем, вот история, это, типа, там, вон, Геомансер, Медуза. Пул говно. Ой, я не знаю, за что играть вообще. Тюрн. Так, ну чё, я могу взять? Я знаю, за что играть. Алхимика и понакидывать. Давай. Я беру... А? Чё? Говори. Я беру джайрокоптера. Или омника взять. Все, придется брать. Да нормально. Накручиваешь баночку. Как 96-м. Да. Я что-то открыл стрим этого. Петушка, как его зовут-то, блядь? Кунгина. Во. Ага. Он... Так, ну я не знаю, он, по-моему, аутист какой-то, потому что сидит, такую хуйню несет, типа. Типа? Метод — это вообще донные пацаны, не то что мы. А вообще я сейчас не играю просто потому, что играть-то незачем. И сидит, блядь, дрочит эти инсты 24/7, и гильдию снова собрал, и сидит. Волси, кстати, отписался. И сидит такой, ну это вообще хуйня, да и вообще пизжи их всех вместе взятых. И вообще, кто вы такие? Ну. И ты рыбовой сишь. Ты сука. Кто куда идет? Ну, ордак мид, бупс фармит. Эти прималы в Shadow Moon Valley. Ордаку дал Лорд оф Дрино. Окей. Окей. Че, играть через макс ракетки? Что я хуй знает, кого мне брать. Я либо Сенсор, либо Рексара, думаю. Ну... Рексар. Окей. Блять, Гангер на Омнике. Сука. Ну ладно, пойду в харду. Не, я думаю, Гангеру в харду. Ну или в даблу идите. Вон в арт, если что, Урдака забери. Либо в триплу с Сайленсером, либо в даблу. А он до сих пор в Крыму, как бы, и он петух. Если чё, бупс. Сейчас бупс охуеет, потому что он в Крыму, начнем с этого. Да, чуть восточнее. И пизда. Слышишь, а ты зачем в харду ты на сайленсере? Вон там омник у тебя бегает. Да. Ты что, хочешь, чтобы омник стоял в харду? Да. Ты что, не знаешь о таких омниках? Нет. Ну и... Юниверс как бы тебе покажет. Омника? Ебать, да. Ты сравнил Юниверс и какого-то казаха. Слышишь, давай-ка не говори-ка на икапы на казахов. Что, чем они хуже Юниверса? Почти одной крови. В прошлой игре они тебя почти сделали. Руна топ. В прошлой игре Сайленсер не блочил крипов. Это чувак поблочит? Или я опять буду бласхитить под тайвером? Это уже традиция, по-моему. Ну да, естественно. Естественно. Так, ракету максить смысла нету. Нихуя себе тут заблочил этот Василий Петрович. Чакс. Короче, я просто просрал, тупо просрал только что три крипа, потому что чувак не умеет блочить. Ну видишь, как он тебя сделал? Да. По-моему, я не успеваю ничего.
Ты дабл делал? Ну, пытался. Но, по-моему, у меня не получилось. В который раз, да. Это как, Граллер мне там проиграл? Да. Я потому что забыл, блядь, тайминги все, уебок. Так, что я могу поделать? Ничего? Я думаю, ничего. Как минимум до моего третьего. Там пошли. Да, я вижу. Да, кто пошел? Кто куда пошел-то? Да, это ко мне тут. А, у него Фростморн, полегче. Проголодался, я смотрю. Ой. Это называется проблема. У тебя есть чем съесть? А, у меня есть чем съесть. Сука, он доебал, я его блядь. С другой стороны зажимаю. Там тебе, по-моему, пишет бокс этот петух что-то. У меня, если что, Сайленсер, Клинкс был на миде, спасибо за то, что сказали, что мисс. Серьезно, это такой лол. Просто Клинкс сзади с инвиза подошел. У него было 3 хп, урдак. Ну сказать, что он мисс. ТП в смысле сказать, что он мисс? ТП мне купите. Купил. Где? Вот когда мы ФБ сделали, я его чуть не убил, и ты хочешь сказать, что он там успел на базу сбегать? Где ТП? Не купилось, да? Вот теперь купилось. Ну, типа, мисс Клинкс, ну, я не знаю. Он с фулл ХП прибежал, если чё. Ну, я не знаю, реген, наверное, подобрал тогда. Да не, да ульту прожал. Он же ободал. Пипец. Я просто не стал так лезть, если бы я знал, что нету одного на карте. Блять, Акса не было на карте в таком случае, чё ты? Потому что он без инвиза, ну. Ладно, ладно, хватит. О, этот без ХП был, он реген подобрал в таком случае. Ну, не совсем фулл там плен, по-моему, было. То вполне хватило. Ничего. Это ДДОС напротив? Да. А чё за хуйня с ДДОСом-то, блядь? Петухи вы, вот чё. Ясно. Я думаю, чё он такой агрессивный? Ебать, чё творят демоны. ЕГЭ. Формим право, праймалы. Ой. Вам зато в этот раз не срём другие линии. Ну как тебе сказать? Ясно. А, только верх не срём, ладно. Бупс, там просто... Микрил, как Миша Змей. Есть что пожрать, понятно, я на базу. Если здесь пацанов у нас сверху ебисло бедра. Бисло бедра. Да, у нас мисс двое, урдак, аккуратно. У нас мисс Абадон. 2010 там все хуйня. Да, вон там кто-то, вон. У Феникса если чего вообще регена нет. Здесь был Бонни Флетчер, повторяю, Бонни Флетчер в инвиз вошел. Все, мы снесли тайр сверху. Нихуя вы, че так быстро-то? Извини. Иду гангать вниз. Там все равно сдох. На нем ракета еще. Он должен по идее. О, демон. Что творишь? Так, а кого мы будем брать? Ну, я просто выхожу, типа. Ага. Ебать там пока хуел. Много хп. Ноль. У меня ман нет. Съел баночку. Демоны. Я. Ты убил? Я физер. Да. Нормально. Знаете, вообще. Кино «Я легенда», а тут такой «Я фидер». Mm-hmm. А Бупс... Прикольно, если выживешь, будет классно. Бупс, я даже банку тебе купил. Давай. Даю. Не дотянулся.
Мне мана на самом деле сейчас важнее, у меня ульта появилась, не хватило маны там. Ого. Ого. Нихуя себе там рано взрослеют. С маной вообще беда. Так, ладно, пока вы тут, получаете типа экспу, все дела. Я на базу я за маной. Сергей пришел. Кто-то омни гнал. А, так вы же типа дальше не пошли. Там один акс против вас стоял. Слышишь, тут... Короче, я пошел гангать. Омник пришел и маной залил. Все правильно сделал. Сзади, опа. Клинкс. Кидай. Беги, у него маны нет просто. Инты не дали жаль. Вот это... Меня похерить? Не, минус, блядь, цепи. Инты не дали, жалько, печалька. Я могу на мид пролететь, типа, просто ультануть. Чё, я рабовайсирую до сих пор? Я джаггер. Периодически. Но, видимо, нет, я лучше вниз, я вниз. Иди фарми. Да нет, тут дело не в фарме, тут, наверное, дело в пуше. Окей. Опа, смотрите, сейчас спускать буду. Хорош. Спускаю. Нихуя себе. У меня маны нет. Там с руной пак. А, у тебя чуть-чуть... Что? Как он без руны? На стан появился мана. Пак! Ага. Ой, какое жарево. Бьем? Да. Я просто умер от тавера, ебать. Комф, ты умер? Посмотри, да. Закупа водона. Все умерли, смотрите, закупа водона. Ага, ясно. Я тоже умер. Лол! Там надо было что-то... И этот тоже умер. 0 в 5. Зажигалочка. Зажигалочка, айо. Что-то когда я заходил сбоку, я думал, там дела лучше, чем они были. Да, нормально, сейчас... Нормально, вторая ЛС. Вторая ЛС. Вторая рестартнутая ЛС. Ну, рестарт. Вторая ЛС, реборн. Да. Переборн говна. Перебрали точно говна. Хочешь, там может напасть, которого зовут Скелетрон. Ебать, тут что мутит? Я тебе говорю, там вообще демоны. Почему Феникс до сих пор здесь? Потому что его добавили на CM в Dota 2. Да. У него вангвард. Он хочет собрать этот новый айтем. Да, но его здесь нет. Да. Да пошел ты. О, да. Там втроем несутся? Да. Слушай, нас чувак с этот... Там Феникс реген взял. Кто себе веточку несет? Чувак себе веточку несет. За это у меня сейчас не будет прайса. У нас тут... Линкс в инвизе. Он идет на колбасу. Там трое снизу. Чувак сейчас курицу за веточку сольет. Кура ветку очень этот самый грамотный размен. Угу. Нам тут еще Феникс. Ага. Я контролю, я мертв. Ага. Опа. Собака, пес, но быстро. А ты как там сбивается вот? Такой ЕГ демон помчался. Чё, кто здесь? Чё?
Как все эти станы сбиваются сами собой? Что это за говно, блядь? О, бежим, бежим, здесь Акс. Блин, я же отошел на нормальное расстояние. Здесь пидорас. А, Абадон к вам идет, Абадон. Вы меня слышите? Да. Да. Там яичко. Урдак, вот здесь. Чё там? А там Клинкс, 0 хп. Ну, он в инвизе. Я его прожимал, но... Кишмы культануть на рандом, но я вообще не следил, куда он шел, и, наверное, это будет глупо. ЧПП Делтайр. У меня маны... А, есть, все сейчас будет. Лично. Только стана нет. Напугал присутствием. Я тайрами меня сношу. Ну, возможно, не оставил. Не могут. Дозорной вниз. Ну они вот тут в лесу были. Окей, я понимаю, но я хочу эту руну. Мне бы до ульты подождать чуть-чуть. Вообще там секунд тут нет. 10. Они все снизу аккуратно. Мне прибежать туда? Я могу и тпшнуться. Они давят. Я с иллюзиями зайду сзади. Не на базу. У меня кулдаун будет. Слышите? Здесь надо было. Хотим? А. Мы бы хотим. Сгорел. А, нет, он же нажал. Спел. Пак, вот здесь. Боника вон там. Он, видите? Где? Он меня искал. Конечно, хорошо, но... Там не попал. Я не помню, он вообще медведь бьет или нет. Бьет, по идее. О, вот тут кто-то был. И вот тут еще один. Феникс и Хуеникс. Аккуратно снизу, меня не будет там. Хуже, я пошел Т2 на медиа пушить. Аккуратно. Какой там еще Акс пусто. Ну, я же сказал, что там много и меня не будет. Ультану, что ли? Такое супер. Грязное это дельце Акса бить-то на самом деле. Телесное, я бы сказал. Ну, вам не надо было вообще лезть. То есть это был... Кто зеленый? На самом деле-то я не хотел, но там уже как бы бупс, и я уже до конца гейминг. Тут Абадон сзади бежит. Ракета в инвиз сейчас бьет? Да. Там Турдак тебя обходит, там Абадон сзади сейчас будет. Тварь. Что дальше? А, койл дальше. Да, тут вообще все. Ну, тебе надо было уходить еще. Да, мне надо было уходить. Лет назад. Я хотел убить Акса. Угу. Мы тоже в прошлый раз хотели убить Акса. Да, да, согласен. Та же ситуация. Но, что я могу сказать? Сейчас сделаем их здесь. Пусть не. Да. У нас, по-моему, был счет типа 12-0 сначала, а теперь он 14-15. Там, что за грязь твой ритомник? Мне... Он убьет, если нейтрала не убьет. А, у него хастин. А ульты нету. Ну я съебываю. А, не, комф здесь еще. Блять, да вы такие да пальцы с погодой. Вы ты съебешь. Да. Омник найт, омник найт. Ну, ладно. Вот так. Ну, креатив, спайс. Да, спайс, точно. А на Абадоне нормально, что у него эти три арба хуйни до сих пор крутятся? Ну, а, кстати, до сих пор прям? Ну. А я смотрю, с 96-го. Нормально, нормально. Но свечное сало.
написала, пиздец. Это новый инвокер. Я стал новым инвокер. Ну это что такое? Ты прикалываешься, ну? Пипец, я с тобой поехал еще. Да, нет, тебя подсейвит еще. Если он даст ульту. Ульту дай, юбки. Вали, урдак, на тебя репел. На мне был койл. А, репел, да. Ракета, пока. Все рассчитано. Стан? Спасть крии. Ебать, он... В нем ракета. Обманочка! А, обманочка! А где все хп потерять успел? Я? Хз. У меня было треть. Ну да. Ну, когда тебе последняя тычка залетела, то... Меня пак бил, если что. А? Меня пак бил. Он меня арбой кинул. А, гайс, я лечу это, Shadow Moon Valley. Понял тебя. Не успел пака, блядь, затормозить. Петух, LS, 3D, 2D, 4D. Надо убивать, по-моему. Это что за говно? Спать. А ульта есть, Бобс? Нету у меня ничего, я не знаю вообще, что я здесь делаю вместе с вами. Нормально, драка! Все, нет, не деритесь. Этого тоже. Сходите, я ТП-шу сверху. Почему ты центрики выложил? Я не знаю! Я поставить в центре хотел. Он я ухожу отсюда. Я, точнее, я не приду туда. А, Бупс, ты пошел наверх уже, ладно. А, я не расслышал, куда ты летишь. Я вниз, все нормально. Угу. Куда ты не сказал, куда идешь? Я сказал. Извините. Слышь, свинина. Свинина, говядина, свините, у вас двое в фейс. Да, мы слышим нормально. У меня Chemical Rage. Кидай. Спайс. А чё у Клинкса там аршида нет еще? Была одна, когда я видел. Одна палочка. Палочка аршида мне в ванну. Это было, не знаю, минут 5 назад. Куда, прости? Да, не нужен мне твой репел. Вон, видите, что творит демон? По ворду по сендре прошелся. Кик из гиды. Там Клинкс был, да? Да. Я тарт убиваю туда. Смотри, смотри, показываю, чё мучу. Смотри, чё мучу. Чё ты сейчас... Конф! Блядь, я его ты просто... Ты был бы такой львиной жопой, но ты ЛС. Да, да. Да он просто курсор слетел. Ну да. Я просто 5 раз подряд. А, этот Абадон с 45 хпами. Недобитый тавер. Я опять остался, когда не надо было оставаться. А только я вижу на Абадоне анимацию. Нет, все мы все видим. Окей. Okay. I'm invisible. Смотри, разводит, типа, на стан. Такой-то last hit. Я пошел добивать тавер снизу. А, правда, они вниз пошли, по-моему. Ну чё, вообще охуел? Ну, летит и все. О, о, Боник тут... Гайс, тут Боник с ДД, аккуратно. Меня, наверное, сейчас пойдет убивать. Аре, Бонер. Флетчер, Б. Ну, я по таймству, потому что он меня ищет, по-любому. Мы неплохо что-нибудь там? Почти. О, пока гоним. Сверху. Пока гоним. О, нихуя себе. А у меня кто это был? Боник кто? Окей, я пошел добивать тайр, значит. О, Боник. А, меня Боник просто, блядь, изнасиловал. Нам надо бежать. Пипец. Все сдохли, да? Кроме... Я до 3 иду. У него даггер, блядь. Он с тобой до сих пор? Ну, он там такой. Сбил ему даггер. Я жму глиф, тяну время. Я ТП-шусь. Это 2. Сейчас ульту дам. Гоу стан в кого-нибудь. У меня стана нет, когда вообще ничего нет.
Я сдох. Охуенно! Ну нету. 1-7-3. Я 7 раз подряд умер. Хули вы физите? Ну, надо на жесткий лейт как-то рассчитывать, потому что у нас он лучше. Гораздо. Но я не хочу сейчас БКБ брать, а придется, походу. Если я сейчас беру БКБ, то... Минус ебало на лане. Ну. Клинк с Аршидом и вардами. Он вот здесь вот вард сейчас поставит. И, возможно, один вот сюда поставил уже. Слышишь, Кон? Угу. Короче, бьёпи в БКБ. Вон, вон, видите? Вон бегут там на бупсы все. Ну. Будем с них с разворота? Забейтишь бупс? Или я могу? О. Сейчас влетит еще один. Ой, по-моему, бейт слишком сильный. Ой, мне сальца дали. Ой, не очень удался бейт. Я встану. Да. Надо было мне лучше этого делать. Да. Этого делать. Я не ожидал, что столько урона войдет. Слишком большая рыба. Ну, по-моему, винстрик прерван. Ничего не видишь. Что будет заход на хайграунд с блэкджеком и с люхами? Меня очень сильно расстраивает анимация курсы на Абадоне, потому что меня это так отвлекает. О, смотри, смотри, курса сработал. Не будет. Надеюсь. Только у нас сдох, чувак. Юниго, WhatsApp. У нас проблема в том, что мы 28 раз подряд умерли, а убили только 2. Да нормально, сейчас разберемся. Серьезно, там 20... А, 32 кило у них. У нас... Не, просто... Давайте у нас... впятером ходим, под рядом не стоим, как только влетает чувак, убиваем. Все. У нас очень большой расчет именно на ульты. Мой ульт, ульт Хатича, ульт Конфа. У меня тоже есть ульт, я умею его использовать. Че, мы возьмем Боника, куда мы идем? Ну, а мы дефить идем. Хотя слышь, можно сейчас, и Боника секунду, взять. Секунду. А у вас есть чего? Мы не туда пошли. У меня только Сентрик, дайте меня вперед. На нем на этом ракет. На меня сейчас пойдет. Смотрите. Блять. Бьем яйцо. Вот, одного уже взяли. Изи. Мой стан просто. Нет. Он просто не был. Был, но, во-первых, я не успел среагировать на то, что ты у меня вард, урдак. А. На то, что ты у меня урдак. Во-первых, я не успел среагировать, во-вторых, он был... Да. Большая вероятность то, что он ушел бы в инвиз просто. Это был мой форпол. Ну давайте соберемся, потому что мы реально сейчас имеем шансы очень большие пожать гамма. Нет, анимация осталась. Лол. Да. Чё, какой Рошан? Мы не убьем Рошана. Ну, мы убьем Рошана, но... Ну, нам не дадут его. В том, что да, там... Ну, на мид попробуем. А, у них варды. Слышь, тут варды, конф. Я говорил, вот здесь варды. Вот... Ну, у меня сейчас... А, ты сбил там вард вот здесь вот? Ничего не сбивал. А, ну, там Сентрик стоит. Там был вард? Нет, ничего не видел. О, опять Феникс летит. Сюда, блядь! Тупой дятел. Опа! Все, хорош! Ой-ой-ой, Блейд Мэйл. Засайленсил. Убиваем. Пак. Да, я, короче, сдох. А, нет, мека. Я разорвал говно. Псет хп выжил. Блять. Мека была царская. Хороший замес, хороший. Адский замес, будто здесь качает Григорий Лепс. Не, вроде просто все это все нормально сделали. Они как почему обычно. Он здесь стоит без ульты? Нету форстафа. Вот почему. У нас омник. Добей у нас... его, добей его, у него нету. Ой, сальцо сзади, гайс. Дал просветку, просветку дал. Ну, он всех убьет в арсуке сейчас. Или нет? Надо хилиться.
Катя, у тебя фокус там сбился, ну ладно. Он крипа, наверное, пойдет сейчас жрать. Да, он съел крипа. Сука, убьем? Ебал я в рот эту! Если бы омника... Центр кейс. Минус. Ну, блядь! Он вас наебал, он там остался. А. Ага. Чересчур. Вот это Миша змей мой. Где я вообще, блядь? Ты сдох. Да я просто, ну что это такое? Из-за того, что начал бить крипа какого-то хрена, все это говно. Если бы Омник был бы любым человеком, кроме того человека, на котором сейчас Омник, то все было бы нормально. А что, он рту не дал? У нас проблемы. Нет, он много чего не дал. Ох, ты Гриша Лепс. Короче, я в пюр дэмэдж берусь. Сейчас надо за ульту всех убивать. Да, я улыню, короче. Нам надо хватать всяких фениксов и т.д. Для этого нам нужно... Там, кстати, дизарм собирает феникс, по-моему. А мне МКБ, значит, надо. Но я БКБ сначала возьму. Не могу без БКБ тут. Я вообще нихуя не удивился, если бы взялся, что вешал. Я ракету у него дам. Он уже улетел или это он так просто своим ходом? Своим ходом, по-моему. Вот полетел сейчас. Хачей пошел. Там Клинкс тебя убьет. И там кто-то еще бежит со мной. Омник. Это Омник. Нашел, на кого рассчитывает. Он даже готовился к тому, что не убьет. Нам надо просто по одному отхватывать их как-то. Я смогу предложить Смоканыч. Да, у тебя он с собой уже? Нет, надо купить куры здесь было. С Клинксом очень большая проблема, нам нужен Invision. Абадон с Башером. Ну, я несу себе смог. Угу. Где смоканем? На меня где-нибудь? Где хотите. Ну, под тавером, да. Да, я сейчас ТП-шнусь тогда туда. Все, это ТП-ш Смит. Как зовут-то, блять? Омник. А пофиг без Омника. Ну, мы не будем его ждать. Лучше? А, понял. Гоу. Гоу? Ну, на Рошана, что ли? А первый должен тот, кто может что-то сделать. Могу я просто бегать и танковать, ебалом. Бупс, надо бежать первым. Да, Бупс может утонуть. Рошан чекаем. По-моему, не там. Центр есть? Да. Будем драться, нет? Уже деремся. Клинкса надо вкусить. Дал ему. Все, Клинкса убили. Бля, там Макс Сейвиса. Вылетать мне просто. Я не знал, кто у кого Эгис, поэтому я говна въебал. У меня очень большие вопросы к Омнику. Как мы проиграли этот замес? Я думал, мы его выиграли. Рипел на аксе висел. Точно, я смотрю, что-то не так. А я что-то реально смотрю, что-то не так думаю. Да, я тоже смотрю, что-то не так. А у кого Beyond Good Like? У Клинкса. Клинкса мы убили. Пак. Пака. Ладно, нормально.
Я бы не сказал, что нормально. Не, мы еще можем выиграть тут. Потеем, как твари. Взял смотрим. Яйцо надо было еще зафокусить в один момент, но... Да. Ясно. У него нет. Можно убить. Уже все. У меня есть смок опять. Можем опять повторить это дерьмо. Угу. Очень опасно. Нет, дерьмо. Вот такое дерьмо вы повторять не надо. Нет, что, собираемся мы как? Хартич. А, Омик. А где этот урда? На мид. На мид. Сейчас отпушиваем вот эту вот пачку. Ага, вон как раз там кто-то пробежал вот здесь. Если я еще умру? Нет. Ага. Да. Чуть не ультанул сразу. Ну, байбека нет. Надо Клинкса добить. Ну, да. Его похилили. Ебать, что с этим Клинксом? Почему он уже пятый раз в ДД бегает? Слышите, вы сейчас ошибаетесь, по-моему, или нет? Но Клинксы хилить будут в десятером, поэтому... Это такой бред. Клинкс уже в который раз просто бежит в замес с ДД. Это нормально? Он себя да. Нормально чувствует? Он хорошо себя чувствует? Нормальный человек? Отлично чувствует себя. Кому стрик ушел хотя бы? Опа! Да, нормально. Ты можешь его убить, по-моему, даже. А теперь не можешь, потому что там... Ай, адский за... Да, ты сдох. Да. А Бадон не знает про что. Этот Клинкс напротив, ебал его, блядь. Наша проблема не в Клинксе, а в Омнике. У Клинкса, скорее всего, МКБ уже в курице. Он МКБ собирает? Да, у него одного Джевелина не хватает. В смысле, у него Демонэш и два Джевелина. Ну, Феникса, Саша, ешь. Ну, как бы... Какой нахуй дизарм? Я что-то вообще нихуя не удивлен. Помню, я про это говорил, что не удивлен. Хуя там фурстав, дикий адский замес. Ты там выбегаешь? Он вернулся. Он не вернулся, у него стабильный был просто. Там сейчас опять вас начнут. Да, там Сентрик стоит? Сентрик стоит, правда, да? Центр. Не, наверх пошел. Что, ты сатаник берешь, что ли? Я? Нет, пупс. Нет. Доминатор просто, чтобы без ульты драться. Но когда Клинкс ДД, это горять не помогает. Сука, Клинкс ДД ебал, блин. Не, ну он реально расслабился. Чё, смокуем или как? Гол смок. Я тут. Гол. Куда бежим? Наш лес? Да, есть. Наш лес, в наш лес бежим. А потом сейчас всех нахуй заарканит. Заарканил, заманил, за что-то вот. Там за... Ну мне надо... Ну Омник! Ну да. Ясно! Пиздец. Вот если бы Феникс не был бы тем, кем он является... У нас возникли проблемы. С Феникс под спайсом. Гой еще смог, он же, блядь, без кулдауна. Опа, 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 опа! Ошибается! Нет, это вы ошибаетесь. По-моему. Это мы, да, кто? Мы не ошибаемся. Это иллюзия? Нет. Вот это ультимейт просто... Нет, это не... Что? Это не иллюзия была, лол. Но он ждал. На нем же анимация аганима, пацаны. Он кинул ларбу в другую сторону, кстати. Не, он не летит, нет. Сзади, Абадончик. Акс летел. Я не могу его убить пока. У Акса почти Тараска, 2500 хп, вы думаете, не бейте его, наверное. Mm-hmm. Это сработало. Я... Бак летел, пока не бейте. Меня похилят? Меня похилят? Нет. Там агро было. Нет, Омника не было агро, по-моему. Не, после агро там еще было время. Как машина. Омник один раз подсажать, заебись. Я резнулся. Только на хг, что ли, драться, я не знаю. Омник слишком тупой. Я это говорил еще минут 20 назад, после первого же нашего 5 на 5 замеса. Действия Омника категорически не поддаются никаким законам. Никаким законам. Глобалом мы все равно можем выиграть грамотный замес и на лейте вытащить эту игру. Ну вот сейчас пацаны вошли один за другим, мы все равно проиграли замес. Это о многом говорит.
Это говорит о том, что на Абадоне до сих пор сраная курса. Я не могу на это смотреть. Я думаю, что он сейчас сдохнет просто, не знаю, от разрыва рта, потому что... Нам вообще Silence нужен. А, у нас есть Silence на пака. Обоссал Блейд у Абадона? Гайс, обоссал Блейд у Абадона. Да. Обоссал. И, короче, ты говоришь, да, про этого самого умника, но там еще Феникс под спайсом. Ну это все меняет. Ну он просто отошел. Феникс хотя бы, не знаю, кнопочки нажимает. У Феникса хотя бы кнопочку В может нажать. Да. В, выиграть. В, выиграть. В, в говно. В яйцо никто не бьет, я бы даже так сказал. Так некогда. У нас нет времени на яйца? Бей в яйца, блядь. Не хочешь. Внимание, смешной? Абадон начал юзать урну. Опасно. У меня вот 13 зарядов еще. У него, по-моему, был я 22, что ли, видел. Или что-то другое. Тут, блядь, зарабовывается, конечно, ладно. Ты что за рабовой смех? Да ебали. Да, блядь! Делаешь. Время от времени. Клинкс бегает, ищет. Я боюсь убивать Эншента. Сколько вот эта центря еще будет длиться? Ну, не знаю, 3 секунд, 30-40. Я ведь умру за этих эншентов, да? Я за тебя умру. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Б, 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 Б. Мы на базе деремся. Да. Блять, ну эти педрилы сейчас будут фармить теперь до скончания века, блядь. Ну хотя мы тоже... Ну, пусть да. Фармят. Да, пусть. Нам выгодно. Вон они стоят. Инфляция. Клинкс вот тут. Инфляция. Можно его убить, кстати. Да, можно. Там они уже... Центри нет, да? Есть. Он один вот тут пробегал. Вон он бегает. Ну да, он как бы тупо мимо пробежал. О, так он там и остался, по-моему. Нет? Да. Ну нет, мы не деремся уже. Слишком рискованно, по-моему. Хотя, блин, ну один... Но он один. Да они идут уже. Вон. Ну слишком рискованно, мы так уже дрались. Надо максимально сейфово с базы драться, глобал давать, когда они влетают в базу. Потому что иначе мы реально пожрём. В который раз. Кинул ракету. Пойду метод отобью. О, на мне репел. Они что, влетели? Да. Глобал был? Да. Ай. Там яйцо. Да. Я байбэк. Ну, ты как бы не надо очень. Надо выиграть замес хоть какой-то. В курсе, да? На нем Silence или он тоже забаговал? На нем Silence. Ой. Да ёб твою за ногу. Бус, ты, короче, стоял, фармил крипов, на тебя влетел Акс, но это как бы, это даже не смешно. И после этого все пошло по пизде. Ну, не то чтобы прям с этого момента. Именно вот в последний замес все пошло не так. Нет, ты вот сейчас отводишь свою вину. Мы могли нормально подыхать. Я не говорю, я рассказываю, что произошло. Я пошел ударить одного крипа, да, буквально, и влетел Акс. И там уже все пизда. Сайленс у него есть? Нет. Yeah. No. Ну сука, как он под курсой-то блинкнулся? Она слетела, по-моему. Нет, вон она на нем висит. Среагирует? Не, среагировал. Догоним. Вниз. Я просто взрывал! Стекло! Просто мега-крипы есть что-то. Да, да какие мега грипы, вот сейчас опять пошел и просто отдался специально. Да какая разница уже? Ну уже да, конечно, какая разница. ГГ. Всего лишь 13 винстрик. Нехорошо, надо больше. Ну я тут нафидел, у меня. Посмотрите на мой счет. Набор наших советников напали в
Не, мы, конечно, можем сейчас дефить мега-крипов и фармить на гирокоптере. Бупс, 40 минут спустя. Ну, когда смог, тогда и ответил. Проблемы. А, все, это... ЛС... Минус 0, Лада... Урод лострикодин! Ладер армор, минус 0, ПТС. Все плохо, у нас не было ладерной брони. Чё, блядь, ненавижу вас, нахуй. Да я нафидел. Мне один 13. Да при чём-то ты нафидел, блядь? Иди нахуй, ну. Иди нахуй. Чё, завтра опять минус 500 на улице будет? Захостил. Меня не пускает. Ну вот сейчас должен. Нет, пустить. Тоже не пустил. Я где это? Сейчас какую-то релаксирующую музыку надо. Такую. Давайте не будем с Грайнджером играть, он мне не нравится. Да, не будем. Но он заварит. До этого! Подожди. Вот эта игра начиналась. Да, можем оставить его, он вроде шарит. Потому что он более-менее сыграл на этом. Там не было видно, что он полный он идиот. Он не был ключевым. Понимаете, мы проиграли, у нас был реально шанс перевернуть, когда вот мы урашили драмить. И он кинул репелакса. Нет, тот репел, я просто сижу, вот смотрю на этот репел, и мне больно. Паджика возьму, гайс. Суппорт паджика. Да, бери паджик. Я уже не уверен, что Линой хорошая идея. Я уже не уверен, что Мартра хорошая идея. Потому что он... Ох! А, мне показалось, это кто-то другой взял. Бупс, ты берешь? Да, я вижу. Я думаю, Свена или Мартру. Да бери Мартру. Блин, Леон мне таких... Где-нибудь в этой доте за Лину на меде не весело стоять. О, это чудо. Да не, Лина тут вообще не вариант. Ну а чё вариант? А, я знаю, чё вариант. Дум. Хускар. Дум, Хускар. Ну, Хускар, кстати, смотря вот на все это великолепие, да. Хороший вариант. Хатич пусть урну собирает, я не буду. Я ботинок сразу возьму, как мафака. Олдскульный мафакер? Да, буду стрелами жечь их сразу.
Игорь Николаев расстроен такой игрой. Прошлой игрой. Хочу напомнить то, что Пуч это не Бэтрайдер, но за ним начало. Бэтрайдер начало. Ну Хач походу пошел посрать. Сейчас максимум концентрейшн. Не, такой бред, то что мы ту игру слили. Так, в такое говно причем. Ну как бы все шло по накатанной. Ну да. Рипл на Аксе. Алло. Мы серьезно могли перевернуть в тот момент? До сих пор обсасываете эту игру. Ну я не хотел ее проигрывать. Ну куда идем вообще? Дум, я не знаю. Ну, по АФК. Как тот чувак. Свернул я на кривую дорожку. А, нормально, я все было. Ну так да. С паджиком мутим. Хреновая идея на самом деле. Пуджу левел нужен очень сильно. Слышь, там как раз у него рот. Почти наверх. Не, я суппорт пуджик. У него, смотри, рот, кинжал и бабл бой. Незербласт, в смысле. Там кто-то еще не знает про Пуджей. Леон с банкой, чисто. А тут инвизер. БХ. А у нас так, есть сенсор. Я закупился. Да, кстати, он готов. Сейчас мы его сделаем. А у тебя есть кинжал, Бобс? Или... А, ну там еще кто-то идет, но нам надо ждать Паджика. Паджик. Я, наверное, сверху через кусты. Давай, мы сейчас в жопе зайдем. Там, правда, крепасиков. Ждем наших крепасов. О, пойдем? Вот они уже. Выходи и перди. А там еще есть стан. БХ. Потому он что... Он ману не тратит или что? Да. И он это... Не качал, ты об этом не подумал? Не знаю, я сразу пошел, дал просветку на какой-то хуй в таком случае. А если что, ты замедляешься, когда ты просвечен. В инвизе. Ну да. Поэтому нафига ему держать инвиз? Ну, сделаешь да, от пол, или что я, или я... Ну, сожалею, так что он да. Либо полный профессионал, либо наоборот. Либо полный делает. Дал, да. Вот я про это и спросил, собственно говоря. Есть инвиз. Прокачал. Прокачано. Ну, значит, он профессионал быть. Вы убили профессионала. Либо у него реакция мертвого мангуста. Как тебе такая инфа? Сука, откройтесь там, мобы. Ебать. Ну и чё, демоны? Ох, ЕГЭ, демон! Отмен, возможно, наверх пошел. Размены. Пуч! Суппорт, пуч! А? Леон наверх. Маны не хватит пока. Да. Так а что ты хотел? Я пошел пулить. Ты мне сказал пулить, я стоял пулил, ёба. Давай, пупаджик. Ой, паджик. Пупанджик. Нет, там у него мана есть на стану. Да. Хули ты доебался своей погодой? Ну. О, там возвращение. Будулая? Да. Слышь, а я думал, ты сентри поставил, ты ни один сентри не поставил. Ну, я могу поставить. Ну. Как же так произошло? Я не научился жить один. А, вы его второй раз убили? Ну, пошли попробуем еще раз убить. Ты прям вот так вот на морозе? Ну. Слушал позволение. Вашими молитвами. Ваши. Не научился. Могу свина попробовать хукнуть. Ну я под замедло могу. Я сзади вхожу. Поехали, замедло пошло. Пошло замедло. Не дорос. Давайте я не пошел. Понятно. Давайте я не пошел. Не привык кидать хуки второго левела. Хук не вырос еще. Ну там чуть-чуть писечки не хватило так.
пух не вырос, писечки не хватило, там другого синий пацан, а ранний зарубян с собаками. Не служил ни мужик. Не так дорог подарок. Как петушок. Как не служил. Попробуем еще один заход. Ой, там петушок. Леон! О, этот Лео. Сука, он там, блядь, не выйдет, попытка. Че, у тебя есть? А, у тебя прыжки нету. Слышь, они в мид идут, а они сейчас в мидирастер. Они просто идут в мид. Так мы можем их принять, Ков, как ты на это? Давайте, я развожу. Смотрю положительно. Все три Леона идут в мид. Я с тобой пойти, да-да-да, я смотрю, прям въебаш вот так. Прям въебаш. Ой, тут, окей. Какой настоящий? Нет. КП? А, столько времени. А есть реген какой-нибудь? Есть, танго на. Может, есть. Ты так и не научился, ко-ко-ко. А мне нужна мана. На мана, на ману. Благодарю. Ману. Хотите ультану? Маны нет. Надо паджику хук. Да. А там до хука 140, сейчас 110, 120. Это вот самый крайний, да, это он? Да. Давай, поехали. Как же так произошло? Научиться жить. Второй левел хук. Кто-то заходит слева. Слева был Гюнтер, что ли, баунти? О, он, видишь, быкует. Гоу? Вон, гоу. Стрела. Арроу, фляй. Телом спасайте. Да я сейчас его... Вот это размены водоворота. Где БХ? А вон БХ. Ну, я на бас пошел. Там Старфолд напел... Или живешь? А? Понял. Не, я смотрю, бокс, у него 10 стиков. Ясно. Он их не нажал? Нажал. Просто там крит зашел. Да я бы его и так убил, если что у него было. Ладно, похуй. У него пи... Ротма здесь. У него Старфолл. Тебя сейвить или что? Не-не-не, я... Она промахнула стрелой. Люцидум. У него Старфолл первого левела. Биварис. Опа, ничего себе. И сейчас. Бля, ну. Ну да, куда ну да. Почил ты его. Ой, ну, ладно, Патма его хаст так... берет, взяла хаст. Угу. А ударить он его не хотел. Они наверх побежали все, по-моему. Кто-то снизу один. Ты! А, блоч! Еще больше, блять, даун! Я такой слегонца обхожу. Мне нужно его светануть. Сейчас я замедлил так это, чтоб, ну, нормально. Сейчас сделаю. Заварочка, блядь. Научился жить один. Коля, никто не говорил тебе? Не говорил еще этого тебе? Ты ему только что разбил сердце. Он сказал, что он так хорошо играет. А ты... Где он хорошо играет, блядь? Идет перед хуком, блядь, с жопой кривой. Да слышишь, блядь? Ну я должен, ну, порадовать чуть-чуть его хоть. У него ник, как у урдаковской паладинки. Как он может хорошо играть? Заварочка. Опа, здесь Леня. Леня там уже? Да. Ну и Лофсика, я не знаю. А он, короче, там руна где появился, я не знаю. Леня, может, взял руна. У моей паладинки ник. Опа! Все, гайс, я поехала. Ну это так, типа. В ту сторону Леон идет. Два Леона. Вон там, верхний самый настоящий. Самый настоящий. Хахальма. Папин, хахаль. Блин, а я думал, они пойдут ну, дальше. Ну, ты хочешь, у тебя хуб троллово, серьезно? Не, ну я думал, что они пойдут дальше, тогда бы они насели на этот хукан. Гайс, вылетаем. Мы летаем. Ну не знаю, что мы сделаем, у меня ты есть... настоящего кинул? Нет. У настоящий вон он. Где? Вот он.
Ты будешь служить моему господину, пидрос. Оп, крипов, да, забираю, ухожу. Так убью, башили. Я убил, но у меня влетела стрела. О, мне надо пососать. О боже, он типа теперь такой. Ясно. Кому он вообще написал это? У нас из мертвых только урдак. Ну, он немножко перепутал. Ну, наверное, под спайсом. Спайсухи куранул, в Дотан играет. Он, в смысле, этот космос это покурил. Ну, блин, что-то я дерьмо какой-то не спал. Не палимся, не палимся от спайса. О, от космоса. О, потмочка. Там бупсы. Да, она убежала. А, Леон еще здесь. Ага. Там еще потма может слева сейчас зайти. Там еще же мне пизда. Тут, блядь, ага. Я не... Там их четверо. Станов. Четверо. Именно. Да. Ой, бля. СДР, уфляй. Но тут четверо их. Полный космос. Ну, сейчас, сейчас я полный космос, я резнусь и я... Хочешь, я помогу тебе здесь? Да, тауэр-то, блядь. Мы медовый тауэр забираем. И у меня будет телепорт. Че, мне инициировать или мы пожрем? Да, я тпшусь 5 секунд. 3 секунды тпшусь. Давай, давай, смотри, инициир. Опа. А, хороший. Гоу дальше, гоним их. Гоним, гоним, гоним. А телепорт 2 года. Тебя хук еще. У Леона маны много. Ару. У Свена тоже. Все, ару фляй будет. Мы все равно идем. Я пошел. Давай. Ару полетела. Да. Ну лол, бля. Что это за хуйня? Дум просто бегает в инвизе. Ой-ей-ей. Мы же не убили еще, но он... Неплохо дом зашел. Хорошо, гори. Тум просто бегал в инвизе и умер потом. Красава. Это я сейчас про декрипифай. Заварил. Да, декрипифай царский, кстати, был вообще. Ну, вы про разные декрипифай, если что. А. Да. Я про реальный царский. Ну лол, ну бля, ну ты такой вообще жесткий чувак. Ну иди нахуй. Слышь? Ты с кем там разговариваешь, ёпт? Баунти Гюнтером. Да ты демон. Хорошо ты с ним поговорил. Я вижу, вы на одном языке разговариваете. Да-да, я беру или нет внизу? Да. Это Кошагол, все дела. На языке тела, я понимаю, вы Кошагол до 2.8. Что-то еще надо взять, не помню. Колечко, колечко, кольцо. Свен 7 и 11, мне нравится это. Некоторые ли... Электролит, электорат, эректорат, там все дела, эрекция. Эрекция? Да. Меня могут нагнуть. Нет. О, вот это! Аборт! Они просто как на джипатроне выехали. Просто, знаешь, на джипе такие, воу, ты такой, знаешь, идешь, там хуяк из закона. Я бесла, весла, у меня нет ТП. Беги к ним на базу, беги к ним на базу, беги туда, беги туда. Беги туда к ним на базу, покупай ТП. Покупай ТП. Там чё, разводы, руны и водоворота? Трясу. Ну ты знаешь, помнишь, типа, легендарный котел Хатича, которого гангают в пятером? Ну чё, сейчас я иду сюда, ты такие четыре тела, сюрприз, блокбока. Там просто фризик, знает. Они инвест нажали, надо бежать. Окей. Опа. Я, кстати, не рабовой, что? А, мне нужна помощь.
Ну я сдох. Иди просто направо по речке. Смотри, плюньте в него. Ладно, так уж и быть. Ну, ребят, ну это просто... Арканы нужны кому? Кому нужны арканы? Мне нужны арканы. Мне нужны. Ну это просто ёп... Японский магнитофон. Ну зато Паджик убили. Да, Паджик это убили, норм. Вообще пойдет. А я работаю? Нет? Нет. Сейчас не. У тебя периодически. Где армлет? А вот он. Сука, блять, это пиздец. Такие чуваки просто рано взрослеют. Я ушел. Опа, отлично. Я работа. Ну что, попробуй вычесть кого-нибудь, нет? Оп. Опа. Пошел сосать. Нихуя ты. Я вонючий палец дал. Сука. Я до сих пор в этой, блядь, поездке. В Израиль. Бардак. Да курица такая тупая. Где мой рецепт на армлет? Пипец. Вон твой я чуть не сдох, потому что она тупо мне не принесла рецепт. Я такой хочу включить армлет, который мне прилетает, а тут... Интересно, я смогу? Я не уверен, что я смогу. Усик, который смог. Сейчас, смотрите. Ду-ду-ду. Могу в него ультануть, в принципе. Да я потанчу, отойди. Много танчу, зачем ты рот включил, я не знаю. Спайс клеит. А, я на базу. С выключенным армлетом, лайк а баус. Ну чё, демоны? О, здорово, Паджик. Здорово. Оп. Хорош! И хочешь, я механизм нажму? Сейчас подлетит кура. Петушок. Минус лад 51.1. Возьми с собой кик нахуй этого дауна. Гайс, там, короче, движушка. Ну, я их беру, если они тут. Овец! Овец! Это, овец! Это знаешь, как умир? Это как отец твой. Все нормально. Хайш просто в Дарут Шторме. Опа. Стрела летит. Да. Ай-яй-яй, подсрачничек. И чё, к вам надо? Будем драться или мы? Будем, я уже поставил тут. А мета мет. Смотрит на тебя мой палец пистолет. Не бежать или нет? Да, я бегу. Его там накрыли плотно. Да блядский нос-то этот инвиз, который... Ну все там, все, минус корабль, минус артстайл. Вон вышел, а. Да, лол. Ну куда он не побежал-то? Почему он, блядь, чуть за мансы под дождем, блядь? По-моему, нужен даггер Хускару. Да, по-моему, нужен даггер Паджику. И Паджику тоже. Интересно, я быстрее, чем? Да что-то у него есть Warcry, я там слышал какой-то. Да, но он, может, не нажмет. О, да, он тупой. Бля, ну что это за мансы? Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Надо топ брать, я лечу. Да. Спайс! Опа, пошел спайс. Хорош, 5 хп. Ха-ха, тут может, пока бегал рядом, я его захукнуть успел перед смертью. Ясно. Это, блин, я так хочу, чтобы можно было пересасывать хпшечки. Это ж такая комбинация была, типа, пугда, хускар, сосет и высасывает. Сейчас я тут... Сделаешь их здесь? Да. Тут пойдет. Он идет. Ой, блядь, сори. У них тут вард, походу.
КамАЗ угнан. Стоп, а где ты кого-то убил? Что? На миде снес Т2, убил Леона. Ару, отчет окончен. Именно надо идти. Надо идти. О, он дом на нее бросил. Ну, пускай сам бежит. Свен снизу идет, у него мом. Больше ничего нету. О, я как раз заберу с него Aegis. Недалеко. Да, слишком. Догорело. Опа, вон там, видите, да? Да. Дальше на Т3. А, тут нельзя хуки отменять. Лол, бля. Да. Да ладно, чё-то. Я зеленым пошел. Нет. На ХГ. Да. Сен думает, что я как бы не зайду. Я задоджил стан. А, я его отменил просто. Ну как так-то, ёбаный стыд. Чё это за хуки напротив? Ультани! Окей. Чувак, норм. По тотемам, воскресенье. Ну как бы еще фускар ультовать, это... Ой, бля. Хорошо, на стрелу навстал, хорош. Навстал. Навстал. У них, кстати, нет глифа, если чё. Кук. Ну видишь там, бля, вот это, блядь, пиздец меня не поплавит. Нормально. Вот это тайминг. Так он меня также убил, если чё. Ничего, меня никто не подсопортит, ну окей. Да, тварь сгорела. Вот это тайминг, увидели? Я выключил армлет, и мне бы ХА открылся, он как бы, ну там среагировать на это нельзя, это. А мне нужна помощь, кстати. Да всем похуй. Помощь пошла. Ага. По-моему, пацана реакция. Это, моли о пощаде. Я хост, чё тебе надо? Конч. Ох, блядь. Хорош дум, блядь, на ровно ГП. Да-да-да-да. Что творит демон, блядь? Буф сам тихонечко. Пятисекундочка. Айо, тарарай, тарарай. Ой, бус угрейся. Ты мудак, а не хвост. Ясно. Ясно. Как дела? А что ты их сделал здесь еще? Да, есть такое. Ну как бы сноубол такой, вот как в предыдущей игре у пацанов был после репела. Так же и у нас. Они идут, они Леон уже хотел там уже бежать. Ну пойду, ладно, механизм тебе дам, тут что-то совсем как-то. Зачем? У меня есть эвейды. А мне тут помощь нужна, кстати. Ага, кому хорошо. ТП? Забирайте. Слышь, пидрос, отстань. Да помоги, помоги. О. А. Я пошел под этот танцевать. Гоу? Сасива, сасива. Танцы под дождем. Сасива. Ой, блядь, меня стрела зашла. Сейчас будет ульта, хорош. Что там, танцы под фонтаном? Ну. Что, ты присоединяешься? Нихуя ты. Дота демон. Снился, что ли? Я присоединил. Окей, вот это там, если что, Т4 уже падает, так что насрать. Упс. Играл армлетом. Я думал, он меня выключит. Проиграл армлетом. Ну и все, я... А, тут бупс. Но я все равно улетаю. Ты увидишь все. Ой, блядь. Ну, вообще не там, почувствовали. Там, кстати, мега-пихарь, по-моему, был. Да, мега... Краем глаза увидел. Вообще не почувствовали.
На этих. Ну как нас в прошлой игре не вообще не почувствовали, так же здесь. Да. Не, ну сейчас должна быть фраза про рипел на Акса. Опять рипел на Акса. 5 на 5, РД рипел на Акса. Пойдет название? Пойдет, пойдет. MotoGP, Сандра... Сандра Балок. Да, кстати, Сандра... Мотор GP... Ой, заварщик, кик, кик нахуй этого. Слышь, они такие задроты там, у них игр просто... Кикай заварочку. Да не, пускай играет, да слышь... Да заебал, ну слышь, давай, ну ты... Да все, слышь, гори не, жопи я стану. Ну ради меня, блядь, ну ты заебал. Ладно. Нахуй, иди. Сука, тебя ненавидит. Ну комф, ну давай, пожалуйста. Ну пожалуйста, комф. Комф, пожалуйста, спасибо. Я не понял, если честно, к чему это все. Ну я, ну ладно, хочет, ладно. Кстати, рипл на АХ, это тоже неплохо. И чё он пишет 6-7, а они там на 6-10 слоте. И сейчас еще кто-то придет на 7 слот сразу, конкретно. Сейчас приедут гости, встречаем. Что-то надо какой-то музончик такой, это расслабляющий. Тоже вспомнил. Кого вспомнил? Музон. Музон? Сука, я недавно заснул, короче, и мне приснилась музыка. Я не могу понять, как... Я просыпаюсь такой, и у меня слюна стекает, я думаю, ебать. Ну, ты красавчик. На меня инвиз, и я просто бью под инвизом пацанов. Это, кстати, нихуя себе страшно. Пиздец, полегче становится. Не, ну как бы мне в таком случае, ну, практически не надо БКБ собирать. Все, по сути, минус слот будет. Там понимаешь, эта штука 6 секунд помнится? А, 7-9. Мне там нужно нанести 2 удара, хотите. Окей. Окей. Там этот, как его? Хотя там Сэн Кинг. Там кентавр, о, там... О, смотри, смотри, что творит демон! ЕГЭ! Бегу. Рояль в ночи, звучи, звучи. Там ловушек прям 500-500.
ты уже схватываешь? Блин. Там я не пошел. Да, да. Тут еще Скорпикор. А поэтому я и не пошел. Да, вы там еще поджжете, не надо. Черт. Ружку. Танцы под дождем. Рояль в ночи. Звучи. Выпьем за любовь. Родная. У Зевса верхняя? Нет, у него этот чайничек. Бля, он заебал этим чайником. Надоел, простите. Ну пусть ману всаживает. Это надоел со своей погодой. Да? О, смотри, вот Тамар Квардан, они ману тратят вообще нормально, как надо. Комп, аккуратнее. Я постараюсь так чуть-чуть. Вардишон хотел поставить. Ну, ладно, наверное, сразу ставить. Да. Или лучше в лес, наверное, к нам поставить. Да, я вот тоже, кстати, думаю, что может быть. Выпьем за любовь. А, понятно. Ебать, я боялся, называется, с подкопа. Я так понимаю, они хотят нам пропушить сразу трон, да? Да. Все в трон, все в артстайла. Минус трон, минус артстайл. Артстайл в кабана. Заливается? Понял. Воу, полегче, только не нуб. Там, видимо, на хукан встал. Ну или под рот просто. О, смотри, накастовывает скотина. Ах, попал, поймал. Пах. СК идет закапываться. А чё, да. Может, возьмем маленького или не возьмем? Маленького? Мальчугана. О, спасибо. Уже не возьмем. Я не пошел. Ну ладно, да, все. Так, крипов надо выпалить обратно. Выпьем за любовь. Родная. А, так у меня же есть контроль вот этому песку. Да. Бля. Хорошо. А, Зевс медовый. Мертвый. Хороший медовый, мертуровый. Медовый Зевс со вкусом смерти. Метровый. Медовые это звездочки космо-Зевс. Космо-хрен. Космо-хуй, я думаю, ты купил своей дочери космо-хуй медовые звездочки? Ну если эта дочерь была ты... Полегче. То ты бы мне не разрешал играть с мальчиками. Доктора и медсестру. Ебать ты! ДТС, демон! Ну, я увидел ситуацию, я ее попробовал реализовать. Выпьем за банан! Банан в ночи! Не молчи! Меня там нет, я крипов стопать. А я этого самого... прогрыз давал. Я раба вайсирую, гайс? Блять. Да нет. Вообще? Я периодически рабовой, буквально доли секунды. Я не понимаю, что это за хуйня, потому что это что-то с конфами только связано. С конфами. Конф. Да. Хватит. Ладно. Хватит это терпеть. Слева к нам идет Зевс. Зевс. Четвертый. Давайте. И не только Зевс, окей. Давайте съеби... Там вообще забей. Минус бупс. Минус арстайл. Нет, по-моему, вообще насрать, он жив. А. Лол, хук даже не долетал. Лол, так это же мы выжили. Да, пока что. То есть они вчетвером ганга? Это что за хуйня? Нет, я не буду ничего делать. У меня есть банка, Кумф. Останешься? Сейчас банка. Нет, я в себя банку. Что да, это за выпьем за любовь, блядь? Это просто, но не знаю, там слева еще там. Не... Да давайте я вижу, вы... там сверху пуч, карэ. Сверху пуч, каре. Сука, блядь, что это за танцы под дождем? Щемление. Щемление дня, да, не иначе. Давайте не лезем. Ага. Против четверых. А хотя можно гноля быстро ваншотнуть. Как вы на это смотрите? Ну, можно попробовать. Давай. Ага. Окей. Понял. Там к тебе идут, урдак.
если это ты на речке. Ох, блять, он там в кусты заебал вот это дерьмо бросать, тварь ебучая. Я тебя обмажу сейчас. Я... Спасибо. Тут двое. Кто там, это Паджик вот тут? Не, Паджик умер. Можем пойти убить тогда вот тут петуха. У него пол хп. Ого, блять, а тут немного не один он. Да. Можем килл. А чё они меня не подкопали? Потому что... Маны, может, нет? Не качал? Ну да, ты видел, что он с тобой бежал? Нет. Есть, у меня есть банка, если что, говорите, я могу банку кому-нибудь потом впитать. Я Смис, он, не знаю, он умер и не вернулся. Здесь он, здесь. А. Могу он втереть... Он за любовь пьет. Втереть банку, если что, кому-нибудь. В жопе? Да, в жопе неплохо было. Анальное жопе благоразумие, знаешь такой фильм? Да. Люблю его. Насколько сильно вы ненавидите морфлингов с Мидасом? На 150. Да еще больше, чем ненавижу морфлингов с шотганом. Люблю, блять, люблю Мидас. В начале мая. Да. Ну вот я думаю, стоит, не стоит тут. Нахуя? Ну у меня все нереально круто, то есть. Ну и возьми себе манту и убей всю карту, в чем проблема? Окей. Смотри, что Дима. Мелинка тут нужна? Что там вообще за сетап? Нет, нет, ага, нет. Да-да-да. Так, а чё, кому банку-то дать? Ну, бобсу, вероятно. Понял, да, бобсу. Там за любовь не налили. Да, я вижу. Надо как-то их на ману очень сильно развести. У Гноля, кстати, маны нет. Ск, на меде. У Зевса на один чайник. У меня еще есть стики. Я могу, по сути, два стана пиндюрить. То есть у вас там я тебе могу еще заранее дать клярити обмазать, чтобы... Не-не-не, ну, клярити не надо. У меня будет маны. SD Clarity Fly, сука. О, беги. Ару, фляй. Ну просто тут вот вообще именно такое щемление. Да. Это, пожалуй, подхилишь. А никто не хочет прилететь, поставить центрик на мид или... Я на гноле выхожу. Ой, бить, а бить. Я еще, я ебалом щелкал. Ска ушел куда-то. Да, да. И этого тоже. Да, этого тоже. Будет у тебя стан? Ска вниз, по-моему, пошел. Сейчас через 2 секунды. Ска внизу, сбоку зайдет на вас. Ска сбоку зайдет. Может отсюда зайдет? А, не, он на мид вернулся тупо. Выпьем за хуйню. Вот так вот надо было с самого начала. Да, мой повелитель. Ёбаный индейцы. Могу дать ману. Ману. Не, я домой, нахуй. Я тоже домой. Нахуй эту хуйню. Сиди в пизду, блядь, короче, своей маной, блядь, ебаный хуйня. Подожди, босс. Босс, я могу вот так вот сделать. Смотри, смотри, ты готов? Сейчас. Ого, у вас мана? У тебя арканы? Иди в жопу. О, там Виктор, нифига себе. Виктор Соло Харт. Виктор Соло Лайнабус. Что-то там Паджик на Витьку обходит. Ой-ой-ой, ульту дали. Пизда, Витя. Витюша, живи. Витюша сейчас их еще сделает здесь, если банки бы были у него. Ой, хорошо. Что творит Виктор? Я думал, это Тавер все сделал за него. Электрик! Вызовите электрика! Чё там? А чё там? Будет ага. Сов вниз прилетать? Я. И я. Там уже две ловушки, бубс. Опа, там надо бубс за любовь. Меня убили, скорее всего. Нет. Наверху никто не поможет? Мы вниз прилетели. Гноля. Надо к бубсу подойти, чтобы дамаг не нанесло. И я просто убежал. Ну вот видишь, а ты говорил. ТП. Дайте кому маной обмазать. Нет.
Маш буксы кипятком. Хилю буксы кипятком. Я отошел в радишон вставить. Ой! Наверное, надо выпить за любовь. Как ты думаешь? Ну, нравится, пей. Сука, крип ебаный, бля. Вы просто не видели ситуацию? Меня три человека окружило и било. Бля, мы видели, мы так стояли не... минут пять. Да, кстати, была такая. Нет, вы не поняли, что значит окружили, походу. И меня зажали скрипами. О, неплохо, люблю вот эти. А потом я просто убежал. И они за курой побежали, по-моему. Хочу, тебе скоро шестой? Этого берем. Берем, прям так? Ну и все. Нихуя себе, называется, пришел, блядь. А тут тележка, блин, не даст пропушить. Хотя... Понял тебя. Собирай и гоним. А, здесь не работает еще. Или работает? Работает. Или нет? Да? Нет, не работает. Ой, а я там что-то это, Вася в 95, 2-0. Тавер добиваем. Угу. И уходим. Все, уходим. Вас. Да, спасибо. Также тут Виктор наш. Короче, я беру МОМ, а БКБ потом посмотрим. Мне показалось, или у тебя кончилась ульта и сбился хил? Ну, моделька сменилась, моделька ушла за это. Да, скорее всего. Я тебя отхилил на фул, если что. Сейчас маны дам, подойди. Кентавр с ВГ из ДД. С ВГ из ДД. А, ну гоу убьем. Ну что, Морфеус там вообще аутист, блять? Да. А Витя с банками вообще? У него медалька есть. Электрик! Нормально. Вот теперь я точно на базу. Конф, я Миканзм, окей? Okay? Понял тебя, нет проблем. Хочешь Миканзм, давай Миканзм, мне пох. Красава, с тобой хорошо иметь дело. Я забыл, а у Гноля, когда иллюзия, ее видно? Вся она полупрозрачная, да. Вроде, она, да? Черненькая больше такая. Черника. Я просто забыл. Давно гнули и не видел. Если бы она была инвизная, было бы вообще пиздец, я думаю. Нет, возможно, она просто такая же. Не, я просто представил, такая инвизная. Или как Сларк бегает, такая черная олока, и хуй ее затаргетишь. И действует 45 сил. Тут кто-то вот тут могут быть молодые люди. Но я оракул. Я все продвижу. Понял все. Мом имею. Что творит Паджер? Это же наемник С4. Это как Cloud9, только это бомбочка С4 из counter этот, блять, обратный удар, говно смешалось. С4. Опа. Вижу петуха. Вижу еще одного петуха, вижу бупса. Так, захожу в жопу. Бупсу надо крипасов своих. Вот теперь же не надо. Теперь моих крипасов там не было. Да. Вообще никто не поддерживает здесь. Ну я бегу сзади, мне чуть-чуть надо бежать. Пузырь! Вич доктору похеру. У него нет маны. Меня тут ДТПшнутся? Нет. Эх, ВД, ВД. Ну ладно. Пузырь в ночи. Лечи. Дживанши. Лечи. Вот это было, да. Я даже кнопку перекачки сил не успел нажать, потому что и у меня нету тут бинда, на автокасту не включить бинда. Правой кнопкой мыши отличный бинт. Да, ну я не могу так среагировать быстро, типа. Ну это тебе не помогло, тебя бурстанули очень быстро. Скорее всего, да, мне не помогло. Буквально там полторы секунды максимум. Я просто пацаны, нажал к вам просто. Идут вот отсюда. Вам уходить нужно, прямо сейчас уходить. Кидать ВД и уходить. Не хочу кидать ВД, кидай ВД. Выпьем за хуйню. Эй, дракон.
слишком долго плавал. Я Дракомдорн. Слышите, а войска Даггер это отмечали? Нет. Но он только что в меня влетел с кустов, я не увидел. Я не знаю, был он с Даггера или нет. Там гноль. Он подкопался, и с тебя просто Даггер получил. А. Там гноль с Glowess of Hest и с тремя Clarity. Без сапога. Значит, Мидас. Быстрый. Быстрый, я понимаю так, да? Быстрый и редкий. Они нам пушат низ, отдаем низ? Я думаю, дефи не стоит. Да, мы тут два на миде заберем. Если этот петух полезет, то можно его убить. Или я улечу отсюда через 7 секунд, не знаю. У тебя иллюзия сдохла. Ого, бля! Про это-то я и забыл. Есть просветка? Нету. Глаз только у меня, а ты один глаз. Ебать вас там. А Зевс умеет по земле бить в этой версии? Да. Да. Но это Зевс не умеет. Опа, там за любовь. Сейчас я. Я иду ему навстречу, я ему несу ему цветы. Думаю, он сейчас охуеет. Нихуя букет въебало такой. Именно так, я рад. Смотри, выдуваю, выдуваю зверей. Сейчас придут. А там големы. Дайте я за вас реплики сейчас сделаю. Мидас имеет гноль. Мразь. А хотя не надо пока реплики. Хотя нам надо. Его на базу просто пошли. Где на базу? Долетит за 40 секунд, интересно. Гайс, аккуратно, СК там, блядь, сейчас. Вот ставлю. Иллюзия бокс есть, интересно. Ну я ставлю здесь. Да-да-да, я. Я вспомнил. Просто я, опять же. Судя по тому, что мы видим только иллюзию гноля, да. А у меня нет БКБ. А вот здесь кто-то уже был там. Да, тебе надо уходить. Вон, Скорпион. Да, мы уходим, мы уходим. Так что... Р. Он уже начинает шатать, по-моему. Да, я вижу. Уходи, комф. Команда была уходить. Берегент сверху. Берегите. Забыл, я что... Нажал, не нужен? Ну, я на базе. Такой якерский ублюдок просто. Вы там не по шансам, два господина. А линка мне, кстати, Смотри. Нужна. Там пудж Опа. И СКА со стана. Опа, Виктор Боже. Как банкой заманцевал. Виктор, если побежит, если бы он просто бежал. Катич, не отдайся. Ой-ой-ой-ой-ой, черная просто грязь. Виктор поедет, нет? Нет. Поедет чуть попозже. Окей, чувак. Ну куда он бежит? Ну... Пора съебывать. Бежал бы как надо, он бы выжил. Ой, там вот кто там, вот кто к вам идут, молодой человек. Хэштег урдак живи. Сюда. Угу. Разврать, не? Я в дизарме. В дизарме есть еще на тебе висит, там 2 секунды. Так. Ой, почему у меня фул хп лучше? Потому что я тебя выхилил. Охуеть, что творят демоны? Иго демоны. Ой, надо было тебя разбить, наверное. Ой. Он ему вот сюда надо. Живи. Я чайником убил. Мы сейчас тут жрём немного. Гноль тупо автотачит. Это не гноль. Надо его добить. А, было. Блядь, ну я... никак не мог, чё ты? Я тут зафейлил, я адаптив страйком не сбил. Вам, во-первых, вообще не надо было там находиться. Это первое, что следовало сделать. Свалить просто. Я блокирую тебя. Там без разницы, адаптив страйк, не адаптив страйк, я накинул на него этот, спелэмон. То есть ему он просто стан вложил, а стан ему ничего не менял. Потому что все скидки. Блять! Ну он бы мог бить. С руки, по 40. Ну, окей. Значит, я правильно сделал, что откинул этого петуха. Хорошо. Ой, а почему я перекачиваюсь? Чё ты черный?
фармить надо, а тут фармить нельзя. Надо что-то на хпшечку, Тима. Как вы думаете, если я возьму линку? Бери линку. О, кастует, кастует. СК кастует. Да вот это ничего себе. Варды гейминг. Снизу руна. Вон там, смотрите, господа заходят. Я сверху. Буду Т2 снизу. Коста снизу, я беру? Берите. Пойду вардишон ебашу. Не пианист, а просто куко. Просто варды. Как выяснилось, мне без БКБ делать там нечего, так что... Сколько у тебя хайс КД у ульта? Секунд 20? 20? Да. Не было бы КД вообще, было бы... Понял тебя, и стоило бы бесплатно. Без СМС. Ну как ты попал-то, блядь? Ох, ЕГЭ-демон. Кентавр. Вы там опять деретесь? Мы, нет, мы космос, космос. Там в меня въехали просто. Не, ну просто... Вдруг там захайщи решили вступиться. Не, мы дрались по разным углам. Баррикад, я понял. Я ж этот, оракул, я предвидел, мне было похуй. Я ж мать золото. Хочешь, кинь на меня сейчас инвиз? Где ты? Справа. Кинул. Пешиться надо туда? Опа, Джакирку. Ох, какой механизм. Да, есть просветка? Своим мечами. Просветка застанил. Это микро. Это просто супер микро по тебе. Там крипы вовремя подошли. Не подсейл тебя, сори. Не, там вообще мека механизм. Скоро? Механизм был хороший. Мека не скоро. Маны нету, вообще нихуя нету. Там нет женщин, нет детей, потому что я красавчик. Рошана сможем? Да. Там он как раз намекают. Надо придумать какой-то... Брудак, тебе нужно, у тебя много, больше слотов свободных. Я на базе. Сейчас ТП-шнусь на мид и... Мы уже начали. Ну, окей, меня ТП-ит секунды 3 еще. Тут инвиз. Я успею. Я выигнусь внутрь. Я не хочу очень сильно ультовать. Давай я просто его убью. Давай я потанкую. Здесь кто-то шел, кентавр. У меня маны вообще нету. Я лечу. Отойди от него. Угу, сейчас застанил. Ну, до свидания. Ой, это там СК ворвался. Там такой Миша Звей, грязь. Нормально. Рошан наш, а Игис наш. Сверху фарм, можно ТП шнуться. У меня нет ТП. Кентавры, вот, мать. Кентавр въезжает. Полегче. Кентавр из пузыря. Маледик на СК. Да, там. Сварт, все нормально. Так, хочу добить. Кентавр просто. Да, зацарил. Я бы... не про кентавра. Это вот про репел тоже, вот, из истории. Ну, так я его развел, просто понимаете? На него бежит кентавр, опа, исчез! Секунду, мне кура БКБ там... приют. Мне кура там БКБ риют. Ебать!
Не надо. Пожалуйста. Там просто Судопокин включил стрим, у меня просто заиграл. И он опять стоит в своем ебучем гарнизоне, бля. В гарнизоне уже можно стоять. В гарнизоне есть три уровня. У меня третий левел, мафака. И у тебя такой город, там уже почти шторм. Mm. А как Орденский выглядит, интересно. Как Орглимар? Наверное. Орглимар рано взрослеет. Нацепили взрослую одежду. Ты не охуел? Я могу подъехать, у меня БКБ ульта есть. Ой, зря я взял. Ну ладно. Ты бьешь того, у кого больше всего. Мне больше некого бить, если чё. Бей Буджа. Будь пацаном. Нихуя. Себе. Там взрослая одежда. Я вниз. Взрослая одежда из... Взрослая одежда из Макдональдс. Покупай. В той ситуации мне некого было больше бить. Бурдак. Ну, я понял, да. Реген там... нужен кому очень сильно, либо я беру. Взял. У тебя маны, что ли, не было? Да. Okay. Нужен один крепач. Сука! Взял хуйню случайно, мискликнул, бля. Ну, она придется просто брать. Конф, ты блестящий дракон. Да. Нихера ты там с Линкенсферу. А я лист 3 минуты пушу. Дристящий. Там взрослая одежда идет. Да. Из Макдональдс? Ну да. Там СК собирает батлкури. Чё-то он подбежал и развернулся, охуел? Кто-то там подкоп демоновский был. Нифига у тебя тычка. Угу. 150 агилы, нормально. Т2 снесли, окей. 150 вагилы, вагила, живи. Ясно. Ох, какая курица! Да, группа вели просто как 2-2-8. Да я же вел. Я хилился, я вел. Так, перериюз, да? Перериюз? Там Морфус делает. Рано взрослеет. Какой бейт, какой бейт? Опа! По таймингу. Что творит демон? Это был замах на дабл эджи, если что, Урдак. Угу. Что когда ты вейнулся, он его отменил. Ой, смотрите. А, понял, смотрю. И ни у кого до сих пор нет просветки, вардов. Нет, была, я же ставил. Ты еще в центре вон, посмотри, видишь, стоит. Нацепили взрослую одежду. Да, гем на базе взял. Хочешь просветку, давай играть по-взрослому. Там Урдак улетел. Ясно. Гайс, может быть не будем выебываться? А, прилетел Урдак, понял. Гем забрал, не, не забрал, ну и нехороший человек ты. Сори. Ломаем тазики. А где гем-то? Или я не покупал его? Да не, покупал же вроде. Гем на базе у них валяется, забей. А, ну у них на базе, понял. Как вы смотрите на то, что у меня 8 киллов? У меня один. Ты же Оракл. Ты же Оракл. Я это предвидел. Ты же Оракл. Оракл. Ираклий. Почему я только что в трон зашел? Давай, пускай его. Там просто дерьма, волна, снега.
Извините, меня палит. Зима, холодно. Фонтан. Не? Нормально. Изи кат. Чё, гоу? Есть просветка? А, вон, ВД гем, гайс, мой. О. Хорошо. Сильбот. Нормально. Я начал силу перекачиваться, но чуть не успел. Да блять, почему остановился? Смотри, кто идет. Как дела? Стой, кто идет. Смотри, видели бупса, да? Стой, кто идет, блин. Ну я думал, что кентавр, если что, попытается меня убить. Да, заебись, нормально. Че, маны не хватает? Да, нет, там Джакира блестящий, пидрил. Нормально, я тебе смеки затонул. Надо, чтобы Джакир блестел желтеньким, точнее, оранжевеньким и синеньким одновременно. И жопу ему поджечь, ему огонь ему надо. Угу. Джекер, тазики, тазики, огонь. Бумс! Хватит хуйни. Что за ЛС? Тазики палят, вижен дают. Ну. Что самое главное раз. В доте? Правильно, информация. Убиваем информацию. Я оперативным путем добыл информацию, то что на меде искать в песке. Подожди, вот тут тазик большой. Это, подожди, они, подожди. Они могут делать разведчиков из этого тазика, надо убить его. Так. А кого они в жертву предают при этом? О, смотри. Смотри, рано взрослеют. Смотри, сколько у меня хп будет. Угадаешь? Нет. Продолжаем ломать тазики. Ноль. Ты ебал, блядь, своей погодой. Да, дай им тазики побить. Там ду-ду-ду-ду-ду вам постоянно, что ли? Ну. Пацаны, дефицит изо всех сил. Смотри. А та та ра та ра ра. Там, кстати, рефрешер у Зевса. Тазики! Ну, тазики рано взрослеют. Я сейчас приду, пятерых с руки убью. Салат, по-моему, они. Скади. Салат рано взрослеет. Салат со скади. Салат скади. Вам разогреть? Ну давайте, малфака. Бупс, я тебя даже покурить тебе дал. Ну, окей. Ну, спида больше. Ты не ты, когда не покурил. Курение вредно для хуя. Для... Губит хуй, ваш хуй так же. Ух, ты видел, ты ему прям в скачок дал. Понял тебя. О, посмотри. Чё ты за... Ты промахнулся. Да. Окей. Тазы, домики, домики. Валят тазы! Валя тазы. Домики, сверху домик большой. Да я хочу да, не мне. Ломайте главный домик, быстрее, не ломайте, быстрее. подождите. Хорошо, успею. Сканом помогает. Смотри, еще по ветерок поднял. Сука, ой. Живите, 10 секунд мне надо. Палка, блять, этот, став хуй. И все верно. Название одного и того же предмета. Да, ну чё, мы катаем еще или чё? Почему нет? Ну я не жрал, ты жрёшь. Да, я поджрал. Спасибо. Мы услышали. Ну, у меня остался кусочек помидора. Поделись с компом. Я, короче, чистил сегодня телефон. И у меня была сохранена какая-то гифка с Имгура. Это оказался ленивец, который сидит на этом гамаке и на него очки снизу. Мы все сверху поняли, о каком ленивце. Тебя делают. Пришлось не удалять. Ясно. Зачем? Че, охуел?
Говорю, последняя ХС-ная? Да. Последняя? Да, ЛС, скотина. Ты улыбнись, не грусти напрасно. Для тех, кто не понял, я не пью алкоголь, вообще его не пью, даже пиво. Нет, я не в секте, я просто хочу, чтобы моя родина была трезвой. Я... Ты мой блог прочитал? Это, короче... Чё? Ну, не помню. Там вон шериф есть. Шериф? Да. Ну, я только что им по плеям доел. Я, наверное, этим буду. Стариком 228. Старик who is? Либо старик, либо этот безликий пустотун, который столкнулся две галактики и улетел нахуй. А чё да. Какую игру Рубика нету, блин? Вообще даже сегодня за Рубика не сыграл. Нахуй вообще играть в Доту, если нет Рубика? Ну... И надо тебе руку такую, да, и этот став. Почему я пикаю? Что происходит? Я не знаю, что взять. Что? Бери Брудо! Брудо! Это рандом был? Да. Брудо надо было брать. Не хочу я Брудо. Ну ты ЛС. Ну чё, это через Радик. А можно мне там? Фуизешку, что ли? Не. Смотрите, сейчас будет просто масс ульты говна называется. Вы знаете такую страту? Масс ульты говна называется. Да, да, вот. Нормально, хороший через... А можно? Можно, да, забыл совсем. Спасибо. Бардишон, тебе нужен? Не, я не знаю, куда я иду, начнем с этого. Да не тебе, мидирасту. Иди нахуй. Ну, можешь, если хочешь. Давай. То есть я могу его поставить потом. Упс. Херовый выбор. Я не знаю, что против Мордрея Леона хотел взять, но Леон не тяжелый носитель. Куда мне идти, мне в Харду или в лес? Ты солдат моей любви, а это уже Мурат Насыров, блядь. Понимаешь, да? Какой Рамзан Кадыров. Слышишь, это, о чем мы, это, да. Как о, Урдак, как о. Тебе съесть крипа? Конечно. Ой, я тоже съем крипа. О, слышь, да это пиздец. Давай, быстрее. Да ты можешь сейчас... 50 секунд еще. Мы сейчас такой абуз сделаем, соло лайм. И сейчас ко мне реки пойдет, вот это будет нормально. А у реки сейчас здесь новый или как обычно? Старый. С обычным блинком. Но я сожру крипа прямо здесь, потому что мне он нужен будет. Понял. Okay. Like. Че, а? У какого рейнджового есть или нет? Не, рейнджового оставь. Понял. Че, может будем стоять здесь и просто жрать его криповку? Нормальная тема, слышу, вообще эксперимент. А че у них за сетап вообще? Сетап у них жирненький такой, нет. Там чувак пингует, вы что делаете? Сейчас ты поблочишь, у тебя останется два крипа, и чувак спушит тебе лайн вот до сюда. Хорошо, да, сикер у меня спушит лайн с автоатаки. Там дерево придет.
Я опасный и возьму копье на первом. Хотя не буду ничего брать. Бери джекстопоз и не выебывай. Боже, здесь же нормально лансер с инвизом. Да, да, да. Без хуйни гейминг. Так, да. Спасибо, что блочите меня, крип. Гэл! Ты помнишь тот знаменитый стоп, где крип остановился здесь? Да, да, да. А он просто застрял. Он такой, fuck this shit. Офа, ты еще одного успеешь сожрать? Нет. Может, оставим ему одного крипа? Давай, жри. Он там, наверное, в ахуе сейчас. Только тайверов-то оттащит. Переблочили, как обычно. Ну, с топориком. Пошел от... петух. Пошел. Пошел. Пошел, конь. Но мне нужен топорик теперь, походу. Потому что я реально тут пожру. Перед его магическим лосхитом. Твой лосхит это космос. Бейба. Бейба, бейба. У меня нет. Мы убиваем. Понял. Мартра в харде с топориком и тремя тангусами. Просто next level олдскульный, мадафака. Я так понимаю, с этим, типа... Ладно. Привет. Привет, пришел спиздить experience. Вот он, ДДшка. Ну это еще раз скилл. Любого. Ну и Мидараси, наверное, можно убить. Да вот я, наверное, Мидараса пойду. Некр пришел. Давай, у него там 0 хп, он сейчас будет дерзким и добивать крипов, и за это поплатится. Но он уходить свой не будет. Добил. Да. Он ими перчатки кинул. Надо его прижать. Прижуть. Ты хочешь просто зайти убить? Да, я уже... Давай. Блять, такая грязь вышла. Давай. Да, так я далеко, ты видел где я? Я далеко, ты между далеко. Между нами города, города. Это другой какой-то песня, типа, там, не знаю, Сережа Жуков. Инвиз снизу. Можешь поставить на меде. Цена, а, или у тебя хп. Одна там. Не, ну у меня тоже есть, но это... О, у меня еще две клярити на лича. Это... Клярити фляй. Я же Soul Ring куплю. Ебать, а потом Радик. Полегче. Да. Все что угодно, только не налить. А можно мне Scroll of Teleportation? Можно, взял, купил. Спасибо. Thank you very much. Because. Reuse courier, please. I'm gonna give you your ward. Помогите, back. Помогите. Да. No. Нихуя себе. Что творит демон? Ну, бупс там пацанские мутки просто. Бупс просто эвейдер, Миша. Я иду, но я далеко. Мне нужен кто-то, чтобы меня сейвить. Вообще просто стоять со мной. Слышишь там, да, сейчас. Отлично, как... меня здесь видно. Почему-то. Почему? Сикер, потому что. А, да. Понял. Так, а я не понял одной хуйни. Который? Сейчас, подожди. Такие зла. Хуйня заключается в том... Что? Я забыл. Почему Малефис не сработал на этого петушка? Слушайте, вы его разогнали, а теперь... Ага. А, нет, уже не убиваем. Вы разогнали сикера, и он мне очень плохо сделал. И чего мне сделать тебе? Умереть? Нет. А, ну, кстати, если бы ты умер, то, наверное, мне было бы надо. Я еще тут это. Как Миша демон. Иди нахуй, дыр. Я тебе даю тангус. Спасибо. Ну, как бы, да. Мне нужна помощь, меня давит. Меня давит с корнями. Ай, я сдох. Между нами города. Живи, урдак, пожалуйста, хэштег. Чем я жить тебе буду? Ладно, мы отомстим.
Блять. Сейчас. Отмщение и Аморния. Сейчас. Решающий выбор. Отмщение. Сейчас. Решающий выбор. Что же ты молчишь? Что же не звонишь? Не звонишь, не пишешь. Слушайте, сейчас этот на мид куда-то гонять, может, пойдет. Я несу нам регенерацию. Много регенерации. Много спайса. Много спайса не бывает. Бревно с инвизом. Дал тангус. Я вижу. У меня еще фласка есть, и тангус тоже есть. Что-то не так. Кто внизу был? Тренд. Можете стоять на меде, я там не могу находиться. Вон там. Мартра. Иллюзии и иллюзии. Иди вниз, урдак. Сука, опять не тот магазин, ебал! Меня звали. Оу! Ого! А, это иллюзия. Это иллюзия, мафака. Олдскульный мафакер. Ого! Тут что творит ЕГ-демон? А, вон, мартра. Ах, три! Полкил. Рудак, тебе дать армор? Нет. Гайс, у меня есть даггер, в принципе. Если он мне долетит хоть когда-нибудь, ну, купа. Тебе бы блэк-холл? У меня есть блэк-холл. По мане. Сейчас будет. Я могу в тебя влезть, если мы будем внизу что-то делать. Ну у меня сейчас, подожди, фарми пока. Мне еще даггер летит, потому что там несол, нес сапог кому-то, бля. Ты сейчас все зафармил, сейчас становится четная минута, если минута. Банка есть, да. Так, все, дункер есть. Можно, кстати... Нет, можно. Можно. Сикер бежит. Сальца мне дали. Мортар бьет. Он принял много фокуса на себя. Писечки. Мартра здесь. Но у меня нет его, нечего. Угу. Урдак с нами говорит, нет. Жила здесь, нет. Меня звали. Чем вы заняты? Я к вашим услугам. Хоть еще аккуратно. Я тут это, лечу вниз. Что этот пидрос хочет? Пусть он подойдет вот, вот где хач стоит, чтобы я оттуда выскочил, ванды дал. Решающий выбор. Точно. Решающий выбор. Мы можем забирать на изичах, ну, правда, там есть. У меня ульта есть. Армор. Да, сейчас. Этого не будем ловить? У него инвиз. У меня есть таз. Попробовать, конечно. У меня нет ничего. Так, сейчас. Точно.
Урда, блин, ты на меде, ты же сказал, что типа не можешь. Да, мне не можно. Там уебок, дурак. Уебок, дурак. Жалька, печалька. Там корни на катапульту. Да, сейчас. Точно. Да, сейчас. Разумно. Инвиз сверху. Дебил не может отлипнуть. От топа. Решающий. Нужна помощь. Ну, он же Рикимару 8 левела, нахуй ему уходить. Че, инвиз-то кто возьмет? Бери ты, наверное. Ну, как бы, если ему там фармит. Если ему там фармится, пусть фармит. Он не фармит там, он говорит типа ГАНГБА! ГАНГБА! Ну все, тут это питон наш? Наш питон. Я ТП делаю, давайте, нападайте. Нихуя себе наш питон. Он нашел в кого, кстати, дать стан. Красава. То есть он бы убил меня и отхиливался бы с пассивки просто на изича. Но зачем? А в кого он ультанул? Рики. Там урдака плавят. Ну и урдак без войса. Да урдак без заебал. И сидит, жрет там и своих ядовитых ебется. Ясно. А, там же можно ТВР армор класть теперь. Совсем забыл. На мид едут. Комф, они вот приблизительно здесь. Жалько. Здорово. Ну там были Урсевичи, поэтому тебе... Там, здорово. Кстати, внизу сейчас я будет такое дерьмо. Тебе... Давайте вниз. Есть у кого что? Да. У меня есть Black Hole. Блять, да вот бегай скаути, дебил, ёбаный, сука. Он так и делает. Да, что, пайп... У меня что-то с... Что-то с пайпом? Нормально. Что-то в пайпе застряло, господи, это же хуй. Что-то в пайпе... А, понял. Крипас нужен. Короче, в жопу эту мартру. Да, она такая душная. Она возвращается. Ебать, он спиди-гонщик нахуй. Потому что он урдака видит. А я просто умер от Трентан, неплохо. Урдак, ты там скоро выхилишься? Понятно. Урдак заебал. Он вообще в конфе? Чё молчишь? По ночам не спишь. Или я хорош слишком для тебя? Разумно. Точно. Решающий выбор. Разумно. Меня спали. Вон там кто-то слева. Это Мордра. Ясно. Сейчас. Вот так пишет, что не может говорить до конца игры. Точно. За Мордра сил. Да, сейчас. За Кошагол. Кошагол пса. Не звонишь, не пишешь. Понял. Получил, блять? У них вар здесь. Ну, может. Нет? Сверху мартра. А почему я так продамажился? Откуда мне, где мне пол хп? Раптура. Нет, до раптуры. Ебёна вошь. А чего Рики умер? От того, что ты не спишь, моя... Сейчас. Баль... Сейф? 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 Не будет сейва?
сейчас. Точно. Гайс, ну вот, смотрите, что творит демон. Дэмэджа набросил, стопает, стопает. Опа, пошел. Пошел нах. Стики ест. Блять, что творят демоны? И я просто умер от, блять, мартры, понял. Три раза подряд умер просто так, из-за нихуя. Я думаю, урдак, это очень плохая идея с твоей стороны. Руки вверх. Штаны наверх. Я размышлял. Ты мешаешь мне думать. Меня свали. Я к вашим услугам. Я размышлял. Что-то не так. Лучший самый парень на земле. Да. Да что с мышкой-то, ёб паху налево? Разве я понял, что с мышкой все. Решающий выбор. Да, сейчас. Решающий. Я так понимаю, что-то про маму Некра. Дождался. Даже он стоял, ДД караулил, а там Рики подбежал, ну и, собственно, понеслась. Ясно, понятно. Парну. Вы там на меди опять. В загул. Ох, ебись, лавош. Ну и все, блядь. Точно. Да, сейчас. Да. Фидер ебаные, блядь, заебали уже. Как бы. Хана Монтана. Там, этот, как его... Трал, короче, закупленный вообще в говно. В Бавардам, я имею в виду. Да, да, видел. Траль. Урдак. Руки вверх, маленькие девочки. Что, бля? Маленькие девочки там тихаря целуются туда-сюда. А, гуляют во дворе там что-то, да? Ну, в тот двор, мразь, чё эти. Сука, срать захотелось, пизда. Зачем же так на стрим? А, извините. Сикер. Ну а чё, я могу цепануть, а чё дальше будет? Я к тому, что биваритесь. Убивает. Или я хорош слишком для тебя? Так хочется вард туда поставить. Ага, понял! Понял. Неплохо сыграно. Я самый лучший парень в этом мире. Всем, а где же ручки? Мартра бежит. Вот она просто так бежала и на морозе прыгнула, блять, в Эйдолонов, да? В Эйдолонов, там варды. Варды траля. Меня звали. В пизду. Они хотят, хотят брать хотят. Вот этот таврок. Аж срок они не хотят себе? Ну, чисто случайно. Я не уверен, либо ТП в этой доте сбивает рейдж. О, Рики нашел. Что это значит вообще? Либо на меня Сикер успел перчатки пойти до того, как я нажал ТП, но это невозможно, соответственно. По-моему, рейдж сбивается ТП-аутом. Что это вообще значит? Типа ты начал, нажал ТП, я потом нажал рейдж? Ага. Нажал ТП, и рейдж сбился, он исчез. А, ТП сбивает рейдж. Просто ты говоришь, рейдж сбивает ТП, я
Не могу понять, что это значит. А, ну, ну тут как бы, да, это минус русского языка, склонение. Ага, вот кто. Ну, а в английском языке... То есть наоборот, да. Они идут. Идите нахуй, да, они идут. Вы что скорую творите? Вы что, говна въебали? Ясно. Там трахают дракомдора. Че, я могу цепануть? Не уверен, пока бобса нету с нами. Там внизу Мартра и на Икс. Мартра и на Икс опасен. Меня звали. Да, сейчас. А, они избили вард? What the fuck? Иду на смерть. У Сикера нет ульты. Надо было цепануть, чтобы... Вашем... Да, да, надо да. было им сделать ебалу. Ну, я что-то это, не думал, что у тебя есть ульта. Ну, короче, блядь, не рассчитывал. Вот, как пятно. Я тебе не доверяю. Там на топе грязь. Да, надо бежать туда. И помогать им месить говно. А, там один урдак. Да. Я думал, там толпа наша. Минус я. А ты-то где ебало на лане? Да. Да, сейчас. Разумно. Я улетела. Пая нет. Сейчас. Да, зря тебе не надо было идти меня пытаться сейвить. Ты так тебе все равно ничего не сделал бы. Ты хочешь, ты ничего не сделал, но Malphite Vision дала бы, блять, ничего бы не сделал. Давай, не надо, блять. Чё сделал бы? Обвинение от себя. Не, нас. Чё ты сделал? Чё сделал? Чё сделал, блин? Сейчас пойду и на мобилку тебе 1500 кину. Нахуя? Чтоб не выебался. Я уже рассказывал историю, как у меня знакомый платил за какую-то хуйню через Сбербанк, через терминал, 1000 положил, а операция стоила 200 рублей, и он 800 себе на телефон положил, потому что больше некуда. Сука, ебал Сбербанк, блядь. Ну, это важно. Блин, ну я сегодня прихожу, там надо мне одну операцию сделать, я спрашиваю, типа... А как здесь? И на меня смотрят так и типа, я хуй знает, блядь, я там борщ умею варить, нахуй. Тупая пизда, блядь, ебаная. Ты бы сказал, мне нужно вырезать... Можно операцию по удалению аппендицита? Когда меня пригласят на свадьбу, я обязательно скажу хуй. При чем здесь это? Не знаю, вспомнилось. Потому что твоей красотой я окрылён. В детстве я думал, что лич — это женщина. Мы можем напасть, мы можем напасть. Да, да, и там еще есть инвиз. Короче, в пизду, блядь. О, секирок. А, Мамин. Секир с форстафом. А кого мы бьем? У Сикера просто набор говноеда в инвентаре. Просто набор юного говноеда. Я даже там не знаю, кто это. На лоу хп. Тут еще кое-кто на лоу хп. А где вардак? А, сверху пушит. Нова луна. Вардак как бы все правильно делает, с учетом того, что мы еще и побеждаем, по сути. Хотя у нас трое сдохли. Как... Сдох Рики. Что? Ну, он побежал за троллем. Это со мной бы случилось, я побежал бы. Не беги за троллем, или будешь за троллем. Что-то я устал. Надо выиграть. Надо выиграть, да, и уходить. Там Руф Трелин тоже собирает, кстати. Блейдмейл? Механизм? Ради. Было бы правдоподобнее, если бы это был бы Блейдмейл. Ты просто не видел нормальных руфтрейлинов. С дагерами? Ну, с дагерами. И фейзами. С фейзами и Мидасом. На обе эти клишни. Мидасла, мисла, висла. Мидасла, висла, понял тебя. Срать захотелось. А, там стрим. Ты говорил. Да, извини.
Я думал, ты даблстак хотел сделать. Не, да я это, блин, уже плавлюсь, как сырок. На миде этот сыр. Лариса, 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 шоколадный сыр. Смешно. Чего выебываешься? Лариса, шоколадный пломбир, блин. Из тележки надо делать, хочешь? А, да, там тележка есть. Да, в пизду, я вообще что-то, вон, видишь, как контролю, как мастер 225. На самом деле, я притупляю их внимание, не думаю, что я ЭВС, а потом Black Hole в пятерых просто. О, он пошел Black Hole в пятерых. Я поймал его. Да, там остальные внизу, внизу трахаря-пахаря ищут. Отлично. Хорошо, хоть ты Black Hole не дал. Потому что у меня кулдаун. А враги-то не знают, да? Ну срать-то не обязательно. Прям здесь. Хочешь, да. Сейчас я встречу двоих, внимание. И мы их убьем. Правильно понимаю? На мне перчаточки. Разводи, разводи. Мне же Black Hole почти. Это тоже иллюзия, да? Нет. Ладно, так уж и быть, потрачу ману. Я плохого решил не тратить. О! Кто? Почему он в инвизе? А, потому что Руфтрелли. Нет, потому что Руфтрелли. Он не в инвизе. Потому что Руфтрелли. Опа, потому что Руфтрелли там умер в АВФ. На Black Hole не хватает маны, меня, дайте маны. Пропусти меня, пропусти меня. У меня МКБ пока нету. Хочешь, мудро. Уходи, просто уходи. Я стараюсь. Все, я испугал. Дисраптор байбэкнулся, к слову. Хуя. Ну, это нега же размен был. На черной дыре не было манен, хотя я не думаю, что это прям помогло бы. Дота демон, помоги мне. Сейчас у меня будет МКБ, и я Мартру буду убивать с трех ударов. Дота демон сделал. Я здесь пытаюсь эвейдить, постоянно бить Мартру, ну, потому что лишний ДПС терять нельзя. Я бью всякое говно. Сейчас будет МКБ, сейчас Мартра будет улетать. У нее ничего нету. И это хорошо, что у нее пока ничего нету. Но ваншот это она все равно может. Че, можем въехать туда, например? А, у вас там замес? Или замеса нет? Я въезжаю. Как он Blackmail включил? Да, это, блядь, интересное кино. Понятно. Как он Blackmail включил? Ну вот, нажал кнопку. В Black Hole? Да. Причем где-то секунды через две, как Black Hole тикнул. В момент, когда... Если ты обратишь внимание, в Black Hole можно ходить еще, если что. В момент... Вот попробуй... Между я, если что, серьезно сейчас. Когда вас в следующий раз ловят в Black Hole, попробуйте просто из Black Hole, типа правой кнопкой. Вас будет рывками туда-сюда мотать. Есть... Ну, да. Доля секунды, когда у вас есть возможность контролировать. Ой, ебать. Там можно БКБ нахуй даже нажать. Но а смысла нахуй от этого не сильно много, обычно. Я просто объясняю механику Варкрафта. Пиздос, блядь. А можно, пожалуйста, артефакт, который насать Энигме в лицо? Который просто, блядь, вот ты пикаешь Энигму и проигрываешь игру автоматом. Сука, что это за хуйня была, блядь? Стоп, а как это на тебя повлияло? Это меня продамажило на пол хп. Он это меня рядом продамажило на 2-2-8. Да, комфорт вообще пиздец был. Миша Змеи, этот самый гиппогрипп.
Конф-то туда вообще дал этот фурснову, поэтому. Чайник, точнее. Поэтому забей. Не, чайник был позже. Чайник вошел, вошел. В Blade Mail. Вошел. Ага, Руфтреллин здесь. Руфтреллин здесь. Рики Смол. Но у меня есть центрик. Блять. Ну, все, ну это минус я. Ебать, он там, блядь. У меня механизм есть. Ну я не дотягиваюсь. Просто капец. Лол, внезапный ублюдок. Ай. Там он сверху бежит, мортва. Я размышлял. Я к вашим услугам. Решающий выбор. Точно. Да, сейчас. Ну что, у тебя хп нет? Точно. Блядский рот. Вы разочаровываете Игоря Николаева. Нам нужен урдак для замесов. Либо мы так и будем хорошо. Продолжать. Мы можем продолжать так. Но если я буду просто умирать, это будет не очень хорошо. Опять же, у нас очень большая ставка на ульты и так далее. На урдака Радика больше ничего. А, ну диффузор взял. Диффузами очень сильно рекомендую ждать до... Госскептер, забыл как называется. Уникра Госскептер. Если ты вдруг его будешь убивать, ну так, к примеру. Сетки еще можно использовать. Ой. Я просто... Урдак ни разу не дрался, я уже три раза на это попадался. Что же ты молчишь? Что же не звонишь? Ебать, знаешь, что я какую песню я вспомнил? В года стрёх просто. Стал новым пиратом? У Сикера... А, Лотар. Сейчас. Где Тарас? Сука, ну Тараска. Бульба? Да. Бобсу бы тоже Тараску было бы неплохо. И обоссал. И криты. Я к вашим услугам. Дизоль. Меня звали. С Дизоли я за два удара буду убивать. Ну тебе бы самому еще жить. Неплохо было бы. Читал где-то в энциклопедии доты. Но мне еще нужно дамажить, потому что урдака нет. Тут как бы... Либо Тараска после Дизоля, либо Тараска и уже потом... Скорее всего, ничего. Тараска сильно делу не поможет, там ульт Некра есть. Еще плюс ко всему. Ясно. Фантомке не сильно страшно. Ну, только она меня с двух ударов убивает, да, это такое. Хары, они сейчас пойдут. Бью скоро. А подожди, секунду, не юз. Серьез. Я к вашим услугам. Точно. Что-то не так. Чё там у нас по ультам? Есть. Есть. Я думаю, самое время влетать. Вот прям... А, уже... Влетаю. Точно. О. Разумно. Ах, бля, я прямо там в эту самую. Но там летает это дерьмо ещё. Ну, а меня Сикер просто расчленил. Может быть, чуть-чуть Фантом Лэнсера не хватило? Может быть, не хватило еще Миднайт Пульса, я мудак. Если бы я залетел... Ну, там некогда было медлить.
Он идет на байбек. Ты там особо не выебывайся, да, Бокс. Крошим, ебало, урдак! Мортра летит. Блэкол хороший был. Шикарный. Но опять же, Chain Frost в Blackmail. Да, да, да. Он, главное, он же, знаешь, пидор, он не включает его, он ждет, пока вот я подойду именно. Да нет, там у него реакция очень херовая. Если бы он нажал этот... Короче, он бы не умер, если бы он нажал Госсепетер. Там этот некр такой, Василий, забей. Вон там центрики стоят. Кто там по речке? Дизерок. Тролль. Надо убить. Тролль. Решающий выбор. Разумно. Курдак там кого-то месит. Глину? Да. Да нихуя себе, у них что, все в вардах, блять, петушилы. На топ бегут молодые. Решающий выбор. Разумно. Да, сейчас. Точно. Да, сейчас. Сикер в инвизе вниз идет. А, там Рики. Ну, Рики пизда. Сейчас. О, блин, черт подери, прости. Че, Конф, ты какой левел? 14-й. А там? Ой, блядь. А там где, я спрашиваю? 30. Да никакой, вчера остановился, не играл я, пизда, Рики. Гем. Коги, мама, строй. Эзериал у Руфтрелина, если кто не видел. Стрелять будет? Я не знаю. С догона. Урдак, я думаю, тебе стоит прекращать сплитпушить и участвовать в замесах, потому что у них уже такая критмасса. Что, срать? Всего, у всех. Что, если мы умрем, то мы умрем. Что, нам нужен именно твой радик. Аганим у Некра. Аганим ничего не делает. Чё, говна въебал, он этот не дает бейбекаться. Он ничего не делает в этой версии. А, в, да? Этой версии делал. По-моему, он давно уже. Если котла делает это самое, это хуйня. Меня звали. Да, ну. Короче, ну, лучше не рисковать. Да. Хорошо. В любом случае, это, наверное, так. Там ульта просто. Мы дефин. В иллюзии вот такая просто на ульта, две драптера. Руфтрейлин в инвизе ходит вот здесь. Я туда не буду нахуй вообще ульту давать, буду терпеть до конца, блядь, пока блейдмейлы все не прожмут. Петрос, ёбаный. Но с тебя, с другой стороны, ульту, по сути, дать и все, как и с меня. Так что тут такое, хуй знает. Ну, максимум розочку потом я могу еще дать, а ты можешь новыми покидаться. Они наверх перетягиваются, скорее всего. Так, аккуратно. А, не, здесь. Рыбак. Прилечу. Вот так у нас Бобс не читает шрифт, поэтому лучше писать транслит. Понял.
полегче. Так, я в говне. Видим тебя. Это минус я. Бэкаюсь. Блять, не задел. Там Мортра сейчас подойдет. Где Мортра? Сзади вот Мортра. Была Урдака убила. Вот Мортра! Со мной рядом. Гем забрал. Минус 5? Да. Минус 5. С моим байбеком. Я не очень понял, почему Урдака убили с учетом. Потому что на его фокусила Мортра, и это было заебись. Это был космос. Надо было иллюзии как-нибудь сделать через инвиз, копье, там, я не знаю. Разумно. Ладно, завалю. Разумно. Гем у меня. А он говорит, что у Мортра был, и его видели. А, все, я понял теперь, все. Ну, опять же, к тому же, что я сказал, как-то иллюзии через инвиз, ну, типа, я не знаю... По-моему, самый обычный Phantom Lancer, непрофессиональный, знает о том, что можно через инвиз просто сделать иллюзии, копье кинуть и... W. Один раз, этого достаточно. Дубль В, надо съебывать. Все, идите нахуй, я съебал. Рики жадничает, все. К вашим услугам. Ха-ха-ха, Глиф. Ха-ха-ха-ха. Я пошутил. Что-то не так. Да, Рики этот жадненький. Жадный хуесос. Извините. Я размышлял. Бобс, я тебя под тебя, Владимир, соберу. Надо? Меня звали. Или, ну и подор доказать. Не знаю, тебе есть что собирать вообще? Гоним. Но я уже собрал, Владимир. А, ну тогда да, потихонечку можешь, Владимир, собрать. Точно. Да, сейчас. Они Раша найдут. Разумно. Точно. Разумно. У нас есть по ультам что? Нет, есть мне уль... кулдаун. Есть ульта. Да, сейчас. У меня минута кулдаун. Руфтрелина нет, можно... А, уже нельзя. Хотя... Блять, у нее гоним. Ой, БКБ. Урдак-то че убегает? Оп! Такой хуйни не ожидал, блять, пес. Так же в фразе говорится, да? Да-да-да-да, все правильно. Там они так растянулись классно. Это просто трендец. Там еще все просто стояли там. Смотрите, смотрите. На почти да, на розочке. Смотрите. Они что-то не так. И хочу отметить то, что Аегис был у Некра. Это ключевая вещь. Я думаю, блядь, нахуй мы Мартру убиваем, она сейчас встанет и пизда нам будет. Нет, Мартру, в любом случае, для меня первая вещь, которую нужно сделать, это фокусить Мартру, потому что единственный, у кого есть МКБ, это я. Соответственно, моя цель именно ассасинейшена Мартра. Инвиз сверху. Исключительно Мартра. А что вы там дальше делаете, это ваша забота. Моя цель Мартра, а мне на вас похуй. То есть я делаю минус один, а там, если я выживу, это уже хорошо. Взял инвиз, сейчас по лесу пройдусь, может они тут останутся фармить. Урдак, ты уходи, а я останусь. Хотя... У меня, в принципе, пол хп, но у меня есть блэкхол. Нет, наверх не иди. Ну, именно в лес не иди. Руфтрелин здесь, в их лесу. Я ухожу из их леса. А Урдака там нет, окей. А Гем где?
Гем я на базе выложил. Его брать? А, не надо брать. Не надо, не надо, не надо. Хотя там эти трофельные эти стикеры, не? Некому носить. Внезапно. Ну там багет, разрывы, сараи. У меня слотов просто нет. То есть либо я ношу ТП, либо ношу гем. Чуешь? Чую. Сейчас я Тарас. Я Тараску буду сейчас брать. Я тогда могу. Пойдем в лес. Ков, ты же понимаешь, что если ты его выронишь. Да, но это. Лес, говно. А, там этот. Нет, прям так идти в лес нам нельзя. Можно вот так. И так тоже, понимаешь, у нас как такового преимущества нет. Хач, у тебя Black Hole должен быть, да, сейчас? Да, есть, уже давно. Урда, с конф. Ульта. Меня звали. А, я смотрю есть, на тебя, есть, в, есть, в упор есть, смотрю. Есть, видишь? Есть. Решающий выбор. Я размышлял. Нормально. Да, сейчас. Некор соло убил Рики, по-моему, это неправильно. Тут куры, кому там чё? Сука, мышка. Так, Смакевич там у кого-то был уже? Да, Бутерфлей, в куре. Да. Протак Бутерфлей, да, 300 голды, ебать! Ты сразу пригнал туда куру. Ладно, я пока фармить. Мы пока ничего не делаем. Руфтрейлер убивает мои идолончики. Как не прискорбно, без Рики нам лучше не суваться. То есть... Да. Лишний туманчик в драке лишними бывает. Гем и смог летает в куре. Так. Бля, Катич, на. Не на. У меня нет слома, нет слота. Так мы сейчас будем сжать смог или не, или попозже? У меня слота вообще нет в любом случае. Да не слот, я так говорю, что. Когда мы будем юзать? Не знаю. Ясно. У меня одна задача в игре. Я это не забирать, у меня фарм сейчас. Мне нужно на байбек. Я думал, ты дальше пошел. Мне тоже нужно на байбек. Ну, ладно. Тебе не нужен на байбек. Мне нужен на байбек. Ну, сука, ты видел, что произошло в прошлом замесе, когда нам заходили на этот, на ХГ? Ты два раза сможешь дать Black Hole? Меня убили до того, как я смог дать Black Hole. И поэтому я байбекнулся и дал Black Hole только потом. Такого хуйни не ожидал? Да, не ожидал. Меня просто там с миллион километров дал рапчер этот сикер, а потом перчаточки подбежал дал. И как бы я соснул хуйцов. Блин, поэтому... 24-й а? Я. 24-й у меня очень дорогой был байбак. У меня 1300 стоит. При этом Unreliable у меня 700, то есть мне надо еще где-то... много. Накопить. Они по миду идут. Я да. ТПшный. Короче, я буду стоять, не выебываться. Сука, Мартра в инвизе. Угу. Я в запе, в жопе стою. Я к вашим услугам. Опа, нихуя. Такой трал, блять! Да. То есть он просто вот настолько ХС, да? Ну да. Ну вообще теоретически может быть. Решающий выбор. Да, сейчас. Поднимаемся на наш ХГ и ждем. Тут партизанят, пацаны. Куртизанки, партизанки. Походу они как это, do it like a druid. Угу, именно. Дал ему армору. Типа, чтобы предохранялись? Ну. Ну, урдакам не даст там сейчас вообще, хотя они сами снизу пойдут. Так, господа, готовьтесь, они понизу. Да, сейчас. Так, мне надо стоять вообще в жопе. Та же самая. Они не будут стоять вместе, я так думаю. Ну, они заходят. Да. Да, сейчас. Точно. Да, сейчас. Мартру не зацепил. Кайтил, как Миша Змей. По-моему, когда Мартра в БКБ, миссы работают. У меня вот очень стой...
устойчивое ощущение только что. Иди в жопу, мудак. Ясно. Нам нужно сесть как минимум Т2. Нет, тебе МКБ не надо. Тебе нужна жирность иллюзиям. Гайс, аганим или байпэк? Хуй знает, аганим тебя... так заманчиво. У тебя Тараски нет, Урдак. Собирай Тараску. Тебе нужно. Да, Тараску надо, да. Лансер — это герой, который отталкивается от иллюзий. Хуль этот ебаный дэмэдж. Энциклопедия доты на первом образовательном. Первом профессиональном. Ну, как бы, у героя есть потенциал. Какой смысл его просирать? Если сантехник будет строить дом. Ну, как у меня построить дом, по-моему, так и было. Ну... Окей. А трубы прокладывал пекарь, по-моему. Потенциал П просрано. Да-да. П потенциал, я бы даже так сказал. Мы сносим тавер, уходим. Они там все с эзериалами, блядь. Уходим, уходим. Мы просто уходим. Вы не уходите. Да. Ваш уход отправляется в зрительный зал. У меня Тараска. Я мог, правда, не умереть. Но это такое. Почему-то подумал, что можно цепануть руфтрейлер на по фасту. Хотя потом думаю, такой, бля, у нас просветки-то нет. Оно есть? Есть она, ебаный в рот. Ну, что, блядь? Не надо никого по фасту цеплять. Я говорил, сносим тайвер и уходим. То, что мы там прыгнули, это была ошибка. Ошибка, ошибка, сырок. О, там, смотри, Махач пошел. Ну, не по шансам опять. Оп, и догончик у него. Нормально. Неплохо. Как надо. Что-то он, да, молодец. Отличная игра. И опять мы в ситуации, когда нужно сидеть и терпеть. Я крепасиков тут продамажил. Вон бегут. Нет, я на эншентов лучше. Понял, да. О, так у меня катапульта запулилась, мне похуй. Танкуем. Еще бы Кирасу кто-нибудь из вас собрал. И я серьезно. Да нет, Урдака у меня аганим, теперь я Травелла и рефрешер. А, Урдаку даже... убил их здесь, и гему там гем, блядь. Да, Урдака поймали, я смотрю. Урдака поймали вообще ПЗ здесь ППЦ. Че, ну это, да. Да, да, забираю. Это к вопросу о потенциале иллюзий. Если кто-то не видел, что там происходило. Да забей, все понимают. Играли в эту карту. Два гема. А у меня блэкхол с аганимом. Нихуя, ты новости сказал. Нам нужен кто-то. Да. Я понизу иду. Окей, пошли на минус. Я думаю, вам просто довести крипов до их хайграунда надо. Ну, то есть там эдалонов сделать, там все дела. Да. Я соло, вот тех, кто остался, я соло расхерачу. Не насрать. Типа по трем сторонам заходит. Ебать, смотрите, это просто осада Гримара идет сейчас. Да, на да, мини-карте. Меня звали. Ясно. Чё-то изи. Да вообще изи. Затерпели. Не почувствовал. Это просто игра, такой терпёж, ёбаный, это просто пиздец. Просто лохов, а даже. Нет, на самом деле, если бы Урдак не взял лансера, или ты не взял на Икса, я думаю, все было бы лучше. А кого, ты видел выбор из героев, кого не знаю, ты нужно было брать? Я имею в виду, что ты взял какого-нибудь мидера, например. О, этот а Урдак пошел бы фармить в изяшку.
Это у нас так получилось, что мы вчетвером всю жизнь были. При этом ты как бы на X, который не может поначалу. И Рики, который умирает. А? И Рики, который умирает. Рики, который умирает, да, и Лич, который Блэдмейл дает. Да. Все набрало. И в итоге мы такие, хоп, отдаем ульты и сдохли. Особенно ты даешь ульту и умираешь. И Рики тоже с ульты умирает. Ну что ж, я думаю, что я устал. Ты уходишь? Почти. Я так понимаю, все, да? Вот. Да. Окей. До свидания. Да, спасибо всем, не всем. Ну всем спасибо, да? Все, до свидания. До свидания.